Добрый день, вечер, ночь, участники канала и просто зрители. Сегодня у нас кухонный стрим, как говорится, по настольной ролевой игры. И со мной сегодня Антон. Антон у нас администратор группы и сейчас на данный момент занимается переводами одной настольной ролевой игры, которая называется Mothership. Антон, расскажи немного про себя. Приветствую всех. Ну что, про меня все очень просто. Я математик, сейчас инженер. Увлекаюсь вот настольными ролевыми играми, стараюсь вовлекать в это замечательное хобби своих друзей, не безуспешно, причем делается это всегда внезапно. Так, зашли в гости, вот вам кубики, посмотрим, а что это, а вот давай кидать, и понеслось. Обычно это бывает именно так. Паблик у меня называется «Великая стратегическая», но... Можно, да, рассказать? А что это такое? Да, да, рассказывай. Такое? Да, Великая стратегическая — это потому, что с 95 года мы создали с друзьями игру, которую мы долго думали, придумывали название, но вот ей прижилось вот это временное, что это великая стратегическая игра. Игра простая, но крайне увлекательная, потому что все взаимоотношения там строились исключительно без каких-то условий. Это, ну, да, короче, есть материк, там есть государство, игроки берут на себя роль правителей. То есть можно сказать, что это тоже ролевая игра, потому что когда возникли переписки, это началось там от короля к королю, от правителя к правителю, со всеми послами, со всеми там документами, все как надо. Играли мы очень долго, потом это все перешло в интернет. Вот с 95 года там много эпох прошло. Максимальное количество участников... Много эпох, да. Максимальное количество участников в игре у меня было 38 человек одновременно. Это страшное дело. Да. Но у нас все время была такая мысль, что вот, ну вот мы правители, тут повелеваем этими людьми, двигаем армии, строим, возводим крепости, города там. Решаем судьбы мира, завоевываем все, что можно, до чего дотянуться, интригуем друг против друга, заключаем коалиции. А как же там люди-то живут, вот на низком-то уровне? И вот у нас все время была мысль, что как бы здорово было оказаться вот в этом мире, там внизу, попутешествовать. Писались книжки как раз про это, как вот там вот путешествуют в этом мире. То есть сеттинг был, по сути, создан. И вот так получилось, что я не выдержал. Ну вот я Владу рассказал, что был у нас один товарищ, который с ДНД был знаком. Мы не были знакомы. Но мы его спрашивали, говорит, ты нас, пожалуйста, расскажи нам, а еще лучше поводи нас. И он такой... Какие года были? Что? Какие года были? Ну, вот, о, это было, ну, наверное, конец 90-х. Начало. Ну это, кстати, да, еще в ДНД, еще вообще в России-то, ну, толком. Ну да, поэтому но... он был такой... Мифический такой. Обладатель D&D. Тайным знанием, и он его берег. В общем, не смог нам ничего рассказать, я думаю, просто не смог, а не то, что не захотел. И мы как-то так у нас все... Ну и отступились, в общем. Даже что-то пытались придумывать свое, но не пошло. И вот буквально... года два или три назад я просто не выдержал. У нас закончилась эпоха очередная. Я думаю, ну, надо все-таки ДНД-то попробовать освоить. Но раз никто не берется, тогда придется самому. Как взял. Сейчас мои игроки мне скажут, ага, спойлеры, если они увидят. Взял одно известное стартовое приключение для пятой редакции и... прорескинил его. Кстати, я его им поделился. Он какой именно, кстати? У профессора... Ну, одно известное. Одно известное. Самое известное стартовое приключение для пятой редакции. Там еще есть... По-моему, в последнем кроссворде о нем даже вопрос был, который тут задавался. Ну, в общем, как бы то ни было, я его провел так называемый рескин, просто привел его к миру, к сеттингу вот того, что мы только что закончили играть, и это получилось очень хорошо, потому что игроки, которые были правителями, они все прекрасно знают, весь мир знают, кто за кого, кто против кого,
И у нас получилось очень бодро. Мы стали играть, потом жены подтянулись, тоже их включили. Как ни странно, оказалось, импровизационные куски этого приключения оказались самыми увлекательными. Ну, это вот удивительная вещь. Ну, и вот мы играли в ДНД. А потом так получилось, что я, ну, для того, чтобы повышать свою квалификацию ведущего, приходится смотреть знающих людей, опытных людей. Это очень важно. Как в любом виде спорта или чего угодно. Ты для того, чтобы достичь каких-то успехов, тебе нужно три вещи. А именно, ты должен практиковаться, должен решать задачи и смотреть за лучшими. Вот ты кого смотрел? Этим я и занимался. Вечерние кости, да? Естественно, смотрел Day 20, лофт, который Никит Холодилов. Да нет, я много кого посмотрел. Там больше смотрел по приключениям. Бриканова смотрел, конечно, вот в Living Room Studio, естественно. Для них я там даже, по-моему, какие-то фигурки моделил, отсылал. Они довольно... Ну, Сашу Бриганова-то я знаю. А, кстати, у меня вот тут вот есть вот... Ну, ладно. Норп у него тут. Да-да-да-да, Норп. Так вот, кстати, насчет... Фейтрейх там засел. Вот насчет Норпа. Вот когда он был у Living Room'ов, Саша Бриганов, он проводил им игру по Фейту. И, ну, Fate — это такая игра, где используются кубики, так называемые фьюж-кубики, у которых есть только плюс, минус и ничего. Отличные кубики. Используются их 4 штуки. Ты их бросаешь, смотришь, сколько у тебя чего получается. Чем прекрасна эта система? Тем, что у этих кубиков они так очень неплохо приближают нормальное распределение. То есть наиболее вероятное то, что у тебя не выпадет ничего, потом плюс-минус 1 — это так... Вероятность 17, около того процентов, там 16-17, что ли, я смотрел, там 20-17. И, ну, то есть, чем более крайние значения, тем менее вероятно их выпадение. То есть, например, минус 4 выкинуть — это вероятность 1,81. И плюс 4, соответственно, тоже. И подходы там были. Такая вещь просто по подходам. Очень простая система, она очень такая элегантная оказалась. Но она очень чувствительна к настроению игроков. То есть, если игроки начинают манчкинить или как-нибудь там выкручивать правила под себя, то с ними справиться невозможно. Но так получилось, что вот как раз переходим к теме нашей беседы, что вот как раз посмотрев вечерних костей Alien Innominatum, это был прекрасный стрим, его рекомендую всем посмотреть. А чужого-то? Да, чужого. Да, они смотрели как раз, они играли еще, по-моему, когда игра не была выпущена. Им прислали с Kickstarter бета-версию, и вот они провели эту замечательную игру. Я ее посмотрел, я был под впечатлением. И вот ко мне зашли как раз мой товарищ с женой. Я им показывал только свеженапечатанные кубики фейтовские. Вот они, кстати. Вот такая вот кучка у меня кубов есть. Вот. Они такие: а что это, а как это? И мы буквально на салфетках набросали параметры. Я сказал: вы там, ты капитан, ты пилот, у вас грузовик, вы летите, занимаетесь разборкой старых кораблей, хаулер. Поскольку увлекался Элитой в свое время, это еще со Спектрума, сейчас там Elite Dangerous, то у меня как бы нету проблем описать космос, полеты, как стыкуются, как все это происходит. Описал, они впечатлились, пошли на корабль с чужим, все, оба два выжили, сумели. Но после этого сказали: глаза загорелись, сказали: давай, продолжай. Это было по ФАЭ, то есть по Fate Accelerate Edition, то есть это быстрая редакция Fate. Я не знаю, по-моему, наверное, единственный случай, хотя не факт, что чужого вводили по ФАЭ. Чужой, на самом деле, я сейчас добавлю, как мастер по чужому, что он достаточно очень прост, простая система, вообще прям... Чужой... Да. Вот он Кориолис, например, перегруженный, но чужой. Блин, там персонаж минут за 5 делается. Согласен. Ну вот ФАЭ мне тоже чем понравилось. Там не надо было много чего объяснять. Я просто сказал: вот тебе листочек, буквально вот такой вот маленький. Там говорит: вот твои атрибуты, работает так. То есть бросаешь, говоришь, как ты это делаешь, там, ну, фейтовская система. И вот они прошли, глаза загорелись, очень интересно стало. Мы притащили еще друзей, продолжили там. У меня даже мини-компания получилась по этой, скажем так, по космосу.
И она пошла в параллель вот той ДНДшной игре, которую мы по нашей стратегической сделали. И так получилось, что в нее играть людям было интереснее, а мне водить оказалось интереснее, потому что космос, научная фантастика и все вот это вот с этим связанное, оно очень ближе мне, чем фантастическое. Технарь, потому что. Возможно. Вот я гуманитарий, у меня, например, адские проблемы, у меня... Ну, я, например, могу... Чужого мне нравится водить, но у меня всегда проблемы были с физикой, короче. Ну, вообще с космосом проблемы у меня всегда были. Проблемы с космосом, но в плане, там, атмосферы, все, типа, норм, зашибись. Но когда какие-то технические части, и когда человек, например, игрок шарит лучше меня, у меня тогда проблемы возникали обычно. Ну, да почему нет? Наоборот, это же, надо сказать, а как вот ты это сделаешь-то? Да. И он тебе все сам расскажет, это прекрасно. Ну, в общем, как бы то ни было, что вот получилось так, что в 12-м выпуске «Вечерних костей», которые «Горячие ролевые», они обозрели такую игру «Мазершип». Причем с таким восторгом обозрели, что я прям сам загорелся, потому что там великолепная система. Настолько великолепна, она больше подходит под космос. То есть вот Fate, он прекрасен, но у меня через некоторое время игры начали ломать игроки, потому что они прочухали всю механику, что там можно себе такие преимущества создавать буквально из ничего, что и бороться с этим нельзя. То есть там нельзя создать настоящее напряжение вот такое, когда вот у тебя все плохо, и вот у тебя выхода нет. То, что они выход могут придумать, а он механикой поддерживается, да, его можно сделать. Это не совсем то, что хочется увидеть в мрачном космосе, в котором никто не услышит твой крик. Поэтому я схватился за эту игру, Mothership. Давайте про нее немножко расскажем. Какая система у нее? Система у нее элементарная. Да, книжечка вот. Есть, да? Получается? Да, у меня распечатки. А, распечатки, хорошо. У меня распечатки книжечек. Вот. Мне там арты очень нравятся. Она на драйв RPG. Арты там просто. Арты, да, арты великолепные. Они простые, схематичные, и тем самым, как было сказано, оставляют огромный простор для фантазии. То есть у тебя голова все сама дорисовывает. Почему мне понравилось? Потому что я в элиту играл. Мне вот графики там хватало по уши. Потому что, ну, ты все остальное дорисовываешь. Сейчас очень красивая элита, но, к сожалению, что-то играю мало. Вот. Система такая. Система основана на D100. То есть это у нас два 10-гранных кубика. Один отвечает за десятки, другой за единицы. У нас есть характеристики у персонажей. Характеристики 4 штуки. А именно скорость, сила, ум и броня. Броня это у них... так, сейчас. Скорость, сила, ум и бой. Бой, сражение. Тут ближний бой, типа бой. Ну да, бой. Ну, давайте прямо вот сразу покажу. Вот у них такой вот лист персонажа. Так, сейчас. Вот так вот. Вау, да, видно. Вот так вот он выглядит. Вот у него есть сила, скорость, интеллект, бой. Это уже переведенный лист, переведенный Павлом Берлином, если я не ошибаюсь. Потом я их сам переводил, потому что мне не понравился немножко перевод в некоторых моментах. Я его под своих игроков немножко дорабатывал, как там перфекционист, там каждую эту старался выверить. Но все равно, как это делай хорошо, плохо само получится, все равно кое-где есть что допилить. В общем, сила, скорость, ум и бой. D100. Бросаем D100. Если меньше, то проверка пройдена. Если больше, то нет. Все просто. Потом выбираем класс. Классов в этой игре всего 4. Это экипаж, андроид, ученый или десантник. Ну, или как их морпехами называют. Вот морпех, например, мне почему-то тут не нравится. Потому что, ну, какой морской пехотинец в космосе? Это потому по-чужому, потому что... Ну, типа, космодесантник тогда. То же самое. Космодесантник. Марина, это у американцев, там, это как бы... отдельный вид род войск, который для нас как раз он и переводится как десантные войска. Это десантники.
То есть, слушай, Маринес... а по андроиду у него, вот, ну, я сейчас просто хочу с чужим сравнить, что фишка андроида в данной игре? В данной игре у андроида у него очень большой, самый максимальный, максимальное значение проверки страха. Спас-броски. Спас-броски там на рассудок, страх, тело и броня. Ну, то есть, соответственно, производится. Выбирая себе класс, у вас выставляются значения этих спас-бросков. Они проверяются точно так же. То есть D100 бросаем, смотрим, если меньше, то прошел, если больше, то нет. Просто я сейчас хочу рассказать немного про андроида в рамках чужого. Ну, просто для да, себя можно сравнить. Интересно. Короче, смотри, андроид в рамках чужого — это такая дура, короче. Если вложить все в боевку, короче, это... Она. Терминатор. Если у нее будет оружие. Да, если будет у нее сморган еще, это будет терминатор. Там у меня мем был даже, где там. Короче, чужой такой, я идеальный организм, типа, и там просто с другой стороны андроид с морганом, который. У него нет стресса вообще, в принципе, андроида. Но у него из-за этого нет реролов. То есть. Люди могут перебрасывать. Как бросил, так и бросил. Да, а андроид как бросил, так и бросил. Но в этом же плюс, потому что у него бесконечные патроны, по сути. То есть он стреляет настолько метко, что он практически... Как бы, ну, у него расчет боеприпасов идет в голове, короче. Я понял. То есть у него, по сути, бесконечные патроны, у него нет стресса, у него самое большое количество ХП, то есть у людей все равно ограниченное количество ХП, а у андроида там дохера. Большое. И, короче, ну и нет реролов, по сути. То есть он такая дура. Причем андроид по правилам может косить под человека, но он типа кидает стресс, это как типа симуляция стресса у него идет. Ну вот у героев метагейминга, вот последний стрим по как раз Алиенам был, там очень хороший... О, я сейчас за спойлеры не буду говорить, но там был как раз сюжетная линия основана вот на этом свойстве андроидов, и мне понравилось очень, это такой хороший был ход, и красивый. И чем хорошо, ты мог себе сделать как умного андроида и хилого, которого там просто удары чужие убивают. Либо ты мог сделать боевого андроида, который просто, ну реально, у меня был момент, когда боевой андроид всю группу игроков вынес, просто вот пришел, там одному грудину пробил кулаком, другому голову отвернул, там. Просто идет такой, просто всех, ну как это? Терминатор. Терминатор такой, да-да. Жесткий, пугающий, такой должен быть. Вот. Выбирая себе вот эти классы, помимо того, что там они немножко там корректируют вот начальные характеристики, которые вы набрасываете себе шестью D10-ами. То есть, ну, Android, например, добавляет еще 5 единиц к скорости и к уму. А, вот добавить хочу. Android. У Android еще есть таблица, то есть ты когда жизни сносишь ему, ты кидаешь кубик, и там какой-то типа либо там пробиток, там какой-нибудь там провод, там, или голова повреждена. Ну, типа, он может вообще не сдохнуть, в принципе. Его еще убить надо постараться. Ну да, да, да. То есть, ну, как в Алине, собственно, ему голову отвинтили, а он еще там. Ну, да. Ваши шансы невелики. Ну, боевой, скорее, как в Терминаторе. Мои симпатии на вашей стороне. Это хорошо. Вот. Чем хорош лист персонажа, например, в Мазершипе? Он прекрасен тем, что вы можете просто, не давая никаких правил читать игроку, просто его даете игроку, и тут стрелочками прям показано по пунктам, что вам надо сделать, чтобы заполнить себе лист персонажа. То есть вначале бросаем статы, потом по стрелочке прям идем, выбираем класс, корректируем себе статы. Третий пункт, выбираем себе умение. Умений тут вот целое дерево. Это вот тем, кто любит немножечко прокачку, тут можно подумать что-нибудь себе хитрое. Есть что-нибудь интересное, прям такое изумение. Да, здесь мне очень нравится, например, такая вот вещь, как софонтология. Ну, что такое? Это психология чужих. То есть ты начинаешь их понимать настолько, и у тебя там сразу плюс 20 на проверке там интеллекта, когда ты пытаешься что-нибудь с ними сделать. В общем, три уровня этих умений: обученный, эксперт, мастер, ну или знаток, как я их перевел бы. Я их переводил как знаток потом. А, в Roll 20 есть эти, этот мазошип? В Roll 20, да, его сейчас туда добавили буквально, и вот он последний год. Есть Discord, Мазершип, там как раз автор есть, с которым я... Вот, ссылку скинь, я добавил ее, чтобы люди могли зайти, ну, посмотреть. Скину, хорошо. Там я с автором, автору игры Шон Маккой,
Я с ним пообщался как раз по поводу листа персонажа, потому что у него тут была такая маленькая опечатка. Они вместо археологии добавили... что ж там был-то у них? Бу-бу-бу-бу-бу. Сейчас вспомню. В общем, у них... в одном месте было написано археология, а в другом месте было написано... Ну, в общем, не помню. Там, короче, какие-то мелкие опечатки были, которые у ученого, например, не было археологии, но была гидропоника, например, которую надо было понимать там по-другому. И я там добавил, в общем, что чуть-чуть расширил. Ученого. Расскажи про стресс в игре. Про стресс. Это же в хоррор все-таки, то есть стресс должен быть. Да, вот как раз мы к этому переходим. Выбрали мы себе в соответствии с своим классом набор умений, которые им даются каждому классу свои. То есть экипажу, например, можно, у него обязательно есть невесомость и починка. То есть он может что-нибудь починить, и он с невесомостью как бы нормально общается, потому что он дальнобойщик космический. Он на этих кораблях там вырос, можно сказать. Ученого есть два умения там из... научных дисциплин, плюс еще несколько, которые можно выбирать самостоятельно. Андроид, он мастер в компьютерах математики и лингвистики, и еще может выбрать себе немного. Десантник, военная подготовка у него есть. И еще на выбор там 3 очка можно потратить. Вот. Затем... То есть, нет, получается, как я понял, ты сейчас перевел, перечислил, да? Получается, в основном все классы практического назначения, да? В каком смысле практически? Ну, смотри, сейчас я просто сейчас, у нас идет сейчас сравнение с чужим немного, то есть мы вот сейчас сравним, как здесь. Смотри, в чужом, кроме механика, ну, очевидного морпеха, ученого, там есть еще такие классы, как, например, корпоративный агент. Да. То есть это чувак, который говорит характеристику. Ребенок есть, да. Ребенок есть, да. То есть это персонажи, которые... Да, у ребенка, например, вообще нет каких-то... То есть у него все предметы, здесь которые... Здесь эта специализация, она может быть... Ну, прокачки, наверное, скорее больше. Да. То есть вот выбирая себе особенности прокачки, ну, например, там, лингвистику можно выбрать, какое-нибудь искусство или математику, например. Ну, там, вы... как это называется, кастомизируете своего персонажа вот под себя, под то, вот как вы себя ощущаете, например. Ну, чтобы вам было комфортно играть. Я правильно понимаю? Все равно в основном люди отыгрывают, стараются тех персонажей, которые близки и лично им. Ну, я не знаю, там, это очень крутые игроки, которые могут вжиться там в кого угодно. Ну, нам, мастерам, приходится вживаться во всех. Я таких не знаю, да. Вот. Мы и ребенка, и женщину отыграть сможем, бабушку. Куда деваться? Выбора нет. Вот. Ну и следующий, вот четвертый пункт, это как раз про стресс и панику. Мазершип, то есть поскольку игра все-таки космический, научно-фантастический хоррор, то механика стресса и паники — это ключевая механика. Она здесь разная для каждого класса. То есть выбирая себе класс, вы выбираете как бы те особенности, при которых вы получаете стресс, и как вы стрессуете, и каким образом вы паникуете, и что происходит с окружающим. Ну, например, у андроида отличная, я считаю, вот стрессовая особенность, что в его присутствии у всех остальных проверка страха происходит с помехой. Ну, потому что он какой-то криповый, ну его да. Вот что ни случись, ну, при нем еще страшнее как бы становится. Ну и а у десантника, например, такая вещь, что вот дружественные десантники должны пройти проверку страха, если десантник при них паникует. То есть, ну, это очень действительно страшно, когда у тебя военный, который должен быть вообще просто вот, там строгий, жесткий, четкий, и вдруг он там начинает истерить, палить во все стороны. Я думаю, что запаникую за остальных. Это нормально. У экипажа, а вот у экипажа там, например, у них есть свойство, что он может перебросить эффект паники. То есть он в этом плане он такой чуть-чуть более живучий, потому что сами эффекты паники в этой игре достаточно неприятные и смертоносные. И в оригинальной системе, в которой эта паника реализована таким образом, что вы бросаете кубик и должны выкинуть не больше своего стресса. То есть здесь вот как бы инвертированная такая система, то есть все проверки идут, надо выкинуть меньше значения, то вот здесь вот со стрессом наоборот. Кстати, я обязательно расскажу, очень хочется рассказать про
хоум-рулы, которые дорабатывают эту систему, которые становятся просто, во-первых, чуть логичней и чуть более сбалансированной, на мой взгляд. Я не знаю. Давай сейчас пока этот дойдем до эффектов паники, я сейчас поэтому по-чужому скажу. Так-так. Да-да. Особенности паники у разных классов, в принципе, например, медик в чужом, он своим присутствием, как бы этот, ну, все понимают, рядом есть медик, и у них у всех, типа, этот, ну, плюс один, ну, то есть, там у них, он может раз, ну, в определенный промежуток времени восстановить этот стресс. Mm-hmm. А у морпеха есть такое понятие, как берсерк. То есть, если, ну, контакт, помнишь, как в Хищнике? Да. Контакт, есть, он, все, у него убить цель, и все. Вижу, есть... вижу цель, не mm-hmm. вижу препятствий. Но при этом у остальных крышу сносит просто из-за этого сразу. Ну, конечно, я бы тоже испугался. Обезумел, да. А потом, ну там у других, ну, вроде у кого-то еще там что-то есть, не помню уже, но там, в принципе, у каждого есть какая-то своя фишка, особенность. Вот. И как вообще, в принципе, так, ну ты же про панику не рассказывал, где ее получают? Или нет еще? Ну, вот как раз хотел. Да, давай сейчас расскажешь про получение паники тогда. Ну, как да, то есть, получить? Ну, в процессе игры возникают какие-то ситуации, которые, скажем так, накапливают стресс у персонажа. И в особо сложные, то есть, ну, вот за что дают стресс? Я вот сейчас вот подглядываю в ширму мастера, которую я как раз вот 31-го доперевел. Она, на самом деле, очень хорошая ширма. Я вам ее рекомендую. Всего 3 странички, и вам, на самом деле, надо будет всего один раз прочитать книжку, вот эту книгу, книгу правил, корбук. А после чего вы с помощью этой ширмы будете проводить игры, и даже автор Квадро, который Квадро из... как он там называется? Трэш. Траа.сх. У него сайт такой называется. Трэш. Вот. Он сам сказал, что говорит, я после того, как я все основные механики запихнул в эти 3 листа, я уже к книжке практически не обращался. Ну, это правда. То есть можно потом просто смотреть в эту ширму и все находить очень быстро. Вот за что дается стресс. То есть провал любого спас-броска. Получи стресс. Как бы неприятная ситуация. Корабль получает урон. Логично. Там взаимодействуешь не или видишь каких-нибудь существ, призраки, локации непонятные. Ну, в общем, любая ситуация, которая действительно создает на душе вот что-то такое вот нехорошее. Там выводит из себя. Там падение без сознания, понятно. 24 часа без отдыха. Столкновение с астероидом, другим массивным объектом. Тоже как бы повод для того, чтобы потерять немножко самообладание. Провал, спас броска рассудка союзного ученого. То есть у вас есть ученый. Есть такой, кстати, чужим тоже. Ученый, который что-нибудь проверял и не смог проверить. Или да, наоборот, да. Я не понимаю, что это. И у всех там просто... наш умник ничего не понимает. Мы все умрем. Ну, например. Угу. Вот. Когда паника возникает? Паника возникает, что если ты видишь, что сразу паникуют больше одного твоего соратника. Угу. Ну, то есть это такая цепная реакция может возникнуть. То есть один запаниковал, второй запаниковал. Все паникуют, кто видит. Ну, это... Ну, оно, это по сути, логично. Определение паники. То есть она заражает... Общая, да, она паника заражает людей. Да, когда ты впервые столкнулся с ужасным созданием. Uh-huh. Это вот тоже хорошо. То есть ты увидел в начале... Вот саспенс там, увидел чужого, и вот первый раз там повод для паники там опрометью, например, убежать постараться. Ну, там, все что угодно. Или впасть в ступор там. Все что угодно может произойти. Получил критический удар по себе. Ну, там, потому что там руку оторвало. Паниковать можно, я думаю. Потерял разом половину максимального здоровья. Критический провал на спас-броске. Видишь смерть соратника. Тоже как бы проверка паники сразу. Когда нет никакой... Вот это вот хорошо. Когда никакой надежды на выживание не осталось. То есть, ну... Отлетел от корабля там, и воздухопровод отрубили, и ты в свободном плавании улетаешь. Осталось один космос, а ты гуманитарий. Да, ужас, короче. Вот все, и все, паникуй. Будьте mm-hmm. любезны, бросок на панику. Uh-huh. Ваш корабль получил критическое повреждение. Вот, собственно, все. А потом вы бросаете, и у вас там есть замечательные панические эффекты, но в оригинальной механике Мазершипа
Для того, чтобы проверить панику, вы должны выбросить выше вашего текущего уровня стресса. Угу. То есть, ну тут, так, тут такой вот, мне не нравится эта проверка стресс, на панику. Стресс, он там определенное звучит количество даже нехорошо. Процентное, то есть там... Единички, там единички. У вас вначале 2, потом 3, 4, 5. То есть, ну, вначале, то есть, вероятность того, что вы выкинете меньше, там, 2-3, ну, она как раз вот составляет 2-3%. А там до 10 или до... Ну, до 10? До 100. А, это до 100, просто, да. Просто, единичке, просто да? Процентник. Процент, процент. Вы выбрасываете всегда процент. Почему мне нравится вот система? Чужом пожестче в этом плане. Чужом, я могу сказать. Я сегодня как раз посчитал, но я это... распечатку оставил. Там очень забавно. Там как на 2 закрою кошку. 4 или 5 кубиков стресса, у вас получается, что практически шансов на шансов не выкинуть единицу на кубиках стресса не остается. То есть вы будете выбрасывать их постоянно. Ну, смотри, поскольку, если я не ошибаюсь, там требуется бросать каждый раз, когда ты что-то проверяешь, и кубики стресса, то... Нет. Например, если что-то спокойно, например, вот вы идете, да, и включаете, допустим, панель свою, это нормально. Если вы включаете панель, когда сзади чужой с вами бежит... То есть бывают проверки без этих кубиков стресса? Да, вполне. Я, например, для игроков, всё, я чтобы понял. Совсем жопа не было, я им говорю, вот, если все это... спокойно вокруг, я вот подумал... не нужно кидать. Я подумал как раз, что вот это очень правильно, потому что вот как раз у героев метагейминга, угу. Вот в игре, они, у них, я прям смотрел, думал, а как они вообще смогут хоть выжить-то, если они на любую проверку, они еще добавляют эти кубики стресса, а их уже у них много, и там вероятность там моментально... То есть, грубо говоря, у вас 3 кубика, это уже вероятность там за 30%. Ну, я сейчас не скажу, я посчитал, но я забыл. Если положительное влияние стресса... Поскольку есть... Шипить. Да, есть. То есть концентрация, например, преимущество на все броски. Угу. Там, или сильный выброс адреналина. Есть такие вещи. Есть. Но в оригинальной механике эти положительные эффекты недостижимы. Потому что для того, чтобы их выкинуть, надо выкинуть 2-3. А 2-3 надо выкинуть только в том случае, если у вас к значению броска паники, то есть вы не прошли проверку на панику. То есть вы выкинули результат меньше своего уровня стресса. Значит, вы бросаете следующий бросок по таблице паники. То есть вы его бросаете 2К10, то есть это уже минимальное значение 2, да? И потом добавляете свой стресс уровень. И если он у вас не нулевой, то вы этот положительный эффект не получите никогда. То есть он есть в таблице, но получить его нереально. То есть это нужно, угу. это нужно там, я не знаю, как-то резко успокоиться и при этом все равно запаниковать. Это вот дисбаланс, который убирается на самом деле очень хорошей системой, когда мы стресс инвертируем. Сейчас можно, да, сразу расскажу про вот пока вот мы. Сейчас не ушли. Хотел добавить этот по у чужого, как это. У чужого есть один плюс паники. Кубы паники могут выкинуть тебе успех. Да, да. Это очень круто было, когда у меня правильно. Был морпех, у него был максимальный уровень паники, на него напал чужой, он выкинул 8 успехов на смартгане, чужого разнесло на куски просто. Ну, естественно, да, столько успехов. Но он умер в любом случае, потому что кислота прожгла корпус, кислота прожгла его брать. То есть, понимаешь, у чужого, когда носишь ему больше 8 хитов, ну, за раз больше, ну, там дофига урона, да, он mm-hmm. разлетается на куски. Кислота везде. На броне, на человеке, на корпусе, там, и просто там весь от всех просто вот так я взорвался. Я считаю, это была очень эпичная сцена, то есть это просто вот... Она он забрал с собой его. Очень кинематографичная и эпичная. Я думаю, что игрок даже... Да, он кайфанал. Не должен жалеть, что он погиб, но он погиб красиво. Это действительно хорошо. Mm-hmm. Да. Ну, давай дальше-то. Вот, ну, самый простой home rule, который предложил Квадро, я его перевел, это называется система самообладания. Он предложил простую вещь, она элементарная. То есть вместо накопления стресса мы теряем самообладание. И у нас проверка идет самообладание. То есть мы должны выкинуть точно так же, как любой характеристики, выкинуть меньше, чем уровень вашего самообладания. Все. При этом, если вы выкидываете больше своего самообладания, то вам не надо бросать по таблице
еще раз по таблице паники, потому что вы это значение просто смотрите в таблице. И в результате таблица выстраивается таким образом, что в начале у вас возникают либо положительные эффекты, либо эффекты с минимальным воздействием, как бы, ну, то есть с минимальным, там, ну, просто стресс чуть побольше, или у вас там, ну, какое-то маленькое количество времени, там, у вас тремор появился, но ненадолго. И чем, как бы, вот у вас самообладание падает, 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 и тем самым у вас увеличивается вероятность более летальных и страшных последствий паники. Вот и все. Есть это... примеры, кстати, страшных последствий паники? Да, страшные последствия паники. Ну, например... Ну, то примерно то же самое. В ступор можно впасть. Угу. Есть жажда смерти. Это вот как раз то же самое, что в берсерке. Бронить оружие впасть. Есть? Психоз. Немедленно атакуйте ближайшего соратника, пока не нанесете. Есть такое, кстати, да. Мере. Паранойя. Угу. Испуг. Парализующий страх. Галлюцинации. Трусость. Нервный тик. То есть трусость — это надо проходить проверку страха, прежде чем сделать там, атаковать кого-то. Либо вы не можете, ну, у вас страх. Там погружение в безумие, гора проблем, перебрось еще раз дважды, получи эффект и так далее. Ну, психологический коллапс, сердечный приступ — это самый крайний. Приступ смерти, да. Ну, причем он тут вот тоже квадро, он предлагает хоумрулить и вот этот вот момент, сердечный приступ. Он говорит, что это не мгновенная смерть. Там все-таки остается шанс на спасение. Если медик есть рядом. Там даже не так. Медик, он должен прокинуть медицинскую помощь с помехой. Либо, если вы, например, ну вдруг это случилось в медицинском отсеке. То есть вы можете его сразу там в операционную положить и оказать ему там шокером, например, какую-то помощь. То есть, ну, только такое. Ты играл в Darkness Dungeon, кстати? Нет. Блин, маленький... там этот стресс как раз, там смертельный, как раз разрыв сердца, когда стресс повышается. Угу. Ну, собственно, вот. Оружие здесь, в общем-то, тоже. Здесь все достаточно минимально. Мне что нравится, что здесь все очень минимально, минималистично, но при этом огромный простор вот для допила вот, вот того, чего вам надо. Угу. Если вам нужно, например, там, вот, ну, я не знаю, для Звездных войн там саблю, вот эту шашку световую, вы можете ее сюда добавить, там просто немножко переписав характеристики, она у вас будет. А как в плане реализма? Ну, например, вот в Чужом, там персонажи хилые, ну, не, особенно не боевые, там одна-две жизни. А пистолет наносит там, ну, там 2-1 урон. То есть, если человеку выстрелить из пистолета, он, скорее всего, потеряет все жизни. Здесь... Система очень летальна. То есть урон очень серьезный, в жизни, как правило, не так много. И... Но здесь, опять же, ее предложили тоже добавить хитами. То есть вначале изначально было просто здоровье, которое уменьшается до нуля, там, и проверки, там, все на смерть. То сейчас добавили такую вещь, как хиты. То есть все здоровье поделили на такие банки, у которого вот, вот есть здоровье, вот здоровье, вот здоровье. То есть вначале уменьшается, уменьшается, уменьшается. Хит, если пропал, то выше этого вне больницы вы не подниметесь. И так далее. Мне чем нравилось, там маньяк... Но зато есть, например, такая вещь, что если вы получите очень много урона, вы как бы вот этим хитом пожертвуете, но не опуститесь сразу в ноль. Этот маньяк с ножом превращается просто в какой-то просто ужас. Если особенно если нет ничего, там, чего у него нож, который два урона наносит, а у тебя две жизни, как бы зато маньяк такой бегает. Здесь, кстати, мне очень нравится. Вот оно. Я там даже долго думал, как его переводить, потому что вот у меня есть три перевода правил. Это вот от Павла Берлина, от Юрия. Сейчас скажу. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Юрий. Сейчас, секунду. Юрий Краснов, вот он выдавал, так, и еще один какой-то, ну, я не помню, и везде все по-разному переводилось, причем, ну, там, ошибки, последствия Google перевода и всякое такое, тяжело читать, продираться, и вот, например, Вибра Мачете. Я вот даже затеял тогда опрос, как его переводить, потому что это Вибечете было, Вибра Клинок,
Как Звездных Войнов, вот это вибро, древнее вибро оружие там такое. Да, вибро. Ну, в общем, вибро мачете его решили оставить, там все сказали, это все-таки вибро мачете. Ну, хорошая штука, я считаю, вот с ней, да, тут прекрасно можно бегать. В моей игре с этим вибро мачете там ученый... Плазменный резак есть, кстати? Делов натворил. Есть. Лазерный резак есть. Потому что в чужом резак это горелка. Просто... Самое сильное оружие ближнего боя там. Ну давай я просто скажу, что ага. есть. Угу, лазерный да. резак, газовая горелка, осколочные гранаты, понятно, огнемет. Ну, нет, классика. Монтировка, привет, Гордон Фриман. Угу. Пенопистолет. А это привет, если я не ошибаюсь, Prey? Пенопистолет Prey. Prey, привет, да. То есть скальпель, конечно, это доктор Маньяк. Кстати, прикольно в чем? Да. У доктора, у него типа есть набор этих меднабор, и там скальпель обязательно есть. Да. Ну а здесь его можно использовать как оружие. Ну там тоже можно использовать. Правда, он бафает хирургию, если у вас есть хирург, например. Ну, тоже правильно. Транквилизатор, пистолет, оглушающий спинка, пистолет-пулемет, умная винтовка смартган, гарпунное ружье, револьвер. Это привет, светлячок, я так понимаю. Импульсная винтовка, гвоздемет. Привет, Quake. В общем, всем привет. Гвоздемет, это и Dead Space, в принципе. И Dead Space, да. Ну, кстати, а вот можно поговорить тогда. И дробовик, привет, Doom. Можно как раз поговорить о том, какие жанры может охватить. Слушай, а расскажи про броню мне, про броню просто интересно послушать. А, про броню. Можно ли в теории, просто мне сейчас интересно, можно ли в теории приплести, ну, если там что-то наподобие... Ты читал Хайнлайна «Звездный десант»? Да. Помнишь, какие там скафандры были адские такие? Да. Ну, здесь можно выдумать что угодно. Угу. Но стандартно, тут есть... Сейчас покажу, как они выглядят. И мне чем нравится, что вот оружие, как выглядит оружие. Его просто обозначили слегка. И фантазия вам дорисует все, что надо. Ну, да. То есть оно неподробное, вы можете сами себе дофантазировать, но при этом там показано, что вот это у вас там прицел ночного видения, это вот это. То же самое с броней. Ее обозначили вот такими штрихами. Это штрихи, это просто некоторые контуры, которые вы сами себе дорисуете. Что есть? Собственно, скафандр, который позволяет вам находиться в космосе. Просто защитный костюм. Это, ну, как сказать, для биологической опасности, там, ученые, которым надо находиться в чистой комнате, например, или еще что-то. Собственно, броня для десантников, продвинутая боевая экипировка, ну, я так понимаю, это просто такие бронежилеты, или как можно посмотреть там, тех же в чужом, во втором чужом, когда десантники прибыли, да, вот они да, были вот в защитных, ну, и, собственно, стандартные одежды команды. Это как бы вот стандарт, самый простой. Ну, кстати, как в чужом, там то же самое. Самое главное, вот выходящие модули, сейчас их основных вот таких больших модулей, их три. Их много, кстати, нет? Основных, я так, это те, у которых есть, там наверху у них написано там приключение для мазершипа, там номер один, потом номер два. У меня два есть. Точно, я купил их. Да, это про каннибалов. Dead Planet первый. Да, и потом... про киберпанк. Dead Planet, потом Pound of Flesh, это кусок плоти. Кстати, на русский перевести очень сложно, потому что это смысл там в том плане, что это настолько сложно, что тебе легче от себя что-то отрубить и тебе отдать, чем вот достичь чего-то. Или наоборот, чтобы достичь, ты должен вот преодолеть что-то такое очень мощное, сильное. То есть перевести это не так вот легко. Третье — это Gradient Descent. Сейчас вот сделали. Так, какие? А остальные — это есть очень... Мне очень нравятся ваншоты, которые выполнены в виде буклетиков. Они маленькие буклетики. То есть одна страничка, которую разворачиваешь вот так вот, а там у тебя целые приключения. Это я забыл, кстати, спросить. В базовой книге же нет монстров? Ну, то есть, ну, бестиария. В базовой книге нет монстров. А где, ну... Вот, например, где человек, брать монстр? Мастер, да, такой. Где брать монстр? Где брать монстр? Dead Planet. Там есть монстры.
Pound of Flesh. Прекрасно. Да, ну, сейчас... Давай расскажем про дополнение. Давай расскажем про эти... Про эти, потом к третьему пункту про эти дополнения. В общем, Dead Planet чем хорош? Это такая... песочница. Ну, это правильно так планета сказать. Планета страхов, по сути. Это песочница. То есть идея там, завязка очень простая. Ваш корабль попадает в систему, к планете, по сути, в Саргассово море. То есть там какие-то корабли старые валяются, ну, вот поряд. Планета с одним спутником симфазно крутится, и там есть несколько локаций. При этом ваш гипердвигатель не работает, вы не можете оттуда улететь. Да, тут вы вынуждены там что-то находить и решать. Прекрасный модуль 52-страничный. Я думаю, что не надо. Там есть заброшенный корабль, который можно исследовать. Там есть... На что похоже по сеттингу? Станция. Есть поселение каких-то... А? На что похоже по сеттингу? Ну, то есть, на какие-то омажные, какие произведения? Ну, я сходу могу сказать, типа, «Планета страхов». Помнишь, то ли Родригес снимал, то ли кто-то там про Марс там или про что-то там? Да. Наверное, да, похоже. Ну, там много отсылок ко всему может быть. Ну, в принципе... Dead Space немного. Dead Space. Uh-huh. Dead Space. Ну, какие жанры тогда уж сразу давай перечислим, что там может быть всевозможные там. Ну, собственно, Чужой, конечно же. Чужой, Нечто, Кромешная тьма, и мне вот вспомнилось сразу. То есть можно играть про Риддика, который попал на планету. Это ты про эту книгу, да? Это фильм был. Нет, ты сейчас про книгу... Черная дыра. Ее переводили как Черная дыра. Нет, я про правила книгу, правила. Ты сейчас про нее сейчас рассказываешь, что там можно отыграть, да? Или ты в общем... Да, уже... да, то есть по правилам мазершипа, какие можно отыграть... какой сеттинг можно, скажем так, реализовать при помощи правил. Там горизонт событий, вот ты говорил, конечно. Сколько горизонт? Светлячок. Можно. Там он, конечно, не ужас, но там были моменты хорошие. Ганнибалы были. Да, Dead Space, естественно, Soma, System Shock, это вот Moon of Madness. В общем, все, что космос, будущее и страшно, там работает. При этом... еще раз, секунду. Он хорошо мяукает. Как обычно, кошки... Кстати, вот по поводу сразу, сейчас скажу, почему можно, например, призрака в доспехах, нейромансера, бегущий по лезвию, Акиру сразу сюда же добавлять. Это вот благодаря, например, хоум-рулам квадры по трем андроидам. Он сделал замечательную вещь, он просто вот этих андроидов, как ты говоришь, он их немножко дифференцировал. То есть он сказал, что это не просто андроид, потому что, ну, когда игрок приходит к тебе и говорит, я хочу играть андроидом, ты у него спроси, каким? Да. Какой у тебя андроид? Потому что он может быть каким? Это может быть биороид. Что такое биороид? Ну, биороид — это вот как раз из «Бегущего по лезвию». То есть он неотличим от человека, это искусственно Репликант. Созданный человек. Репликант. Да. То есть вот, или, например, какие-нибудь сайлоны из звездного крейсера «Галактика». Кстати, вот еще один с этим, который можно туда же добавлять. И он добавляет, например, для этого вида. То есть, если человек говорит, я хочу вот так, вот я его вижу так. Ну, и он меняет немножко характеристики, немножко дает ему разные параметры, которые можно чуть-чуть, скажем так, придают ему некой индивидуальности. То есть, за исключением всех характеристик, биороиды функционируют так же, как люди. Им надо там в криосон погружаться при полете и всякое такое. Второе — это робот. Просто, ну, вот я вижу, что я как терминатор, я железный там и так далее, пожалуйста. То есть у него, но ему нужна будет зарядка, например, каждые 6 часов там и так далее. То есть, ну, вот эти вот мелкие особенности, но они придадут некоторого... ну и последний — киборг. То есть, ну, это, собственно, вот призрак в доспехах, кстати, майор Кусанаги. Одно из моих любимых — это киборг. Я вообще обожаю киборгов, на самом деле, очень сильно. Когда ты аугментируешь себе тело... Да. Робот, ну, плоть это вот Эш, слаба, да, Эш слаба, Терминатор, вот эти вот все ребята. Так, то есть получается... Так, то есть сеттингов вагон. О, кстати, «Темная материя». Я вот рекомендую сериал, великолепный. Я из него надергал идей для ваншотов. Прям прекрасно. Кстати, сделал он, называется «Плевая работенка». Я его тоже отдавал. Он, по-моему, профессора Фикуса на этом. Он его по нему ваншот водил.
там описал, и я сравнил, я говорю, это вот просто две разных игры. Он, что он провел, что и у меня игра была, совершенно разные вещи, то есть очень много зависит от мастера игры, как он тут называется, смотритель зачем-то. Смотритель. Ведущий, смотритель, ну, неважно. Вот. Так, что еще сказать? Давай про дополнение. Мы вот начали про, да, вот, про планету страха. Давай. Вот, Dead Planet, да, Dead это песочница. Да. Вот мы ее, то есть там вот эти вот вещи, которые приходят, придется там разгадывать загадки и в конце концов выбираться оттуда. Вторая, это вот, собственно, Pound of Flesh, это тоже песочница, но она сосредоточена... Сейчас один другой вообще. Прям там. Это просто вот киберпанк, только в космосе. Это вот город, огромный город. Космическая станция. Ну, город. Это город в космосе со своими фракциями, со своими там проблемами. Там в этом модуле включаются аугментации. То есть здесь вот как раз можно себя вот здесь просто прям мост к киберпанку. Это прям моя любимая аугментация. Мощнейший. То есть если человеку вот не хватает того, что вот я хочу себе там электронный глаз или хочу там двухсуставные прыгательные ноги, чтобы там скакать, или рука, которая может сжимать там бендер 15 градусов, 20 градусов. Вот это вот оно. Это там прекрасно. Там станции... Еще древнее зло, очень, которое... очень сочный НПЦ. Причем я смеялся над некоторыми, потому что там видно, что все-таки американцы, они очень, как сказать, любят вот это вот страшное русское. То есть там есть один персонаж, он бабушка называется. Это как Баба Яга из Джон Вик. Бабушка. Это, ну, прекрасно. И одна из фракций там, это Голянова и братва. Ну вот так вот. Ну, забавно. Очень, очень интересно. Надеюсь, никаких спойлеров не сделал. Ну, ладно. Я просто боюсь спойлерить. Gradient Descent. Это мега-данжен такой, огромный, станция по производству андроидов со своими тайнами и опасностями в виде... Она, короче, заброшена вроде как, но там типа что-то она, работает. Она очень автоматизированная, все работает, и там немножко, так скажем, странный интеллект, который этим всем руководит. Это наш портал. Очень интересная портал. Вещь, я не играл и не водил. Поэтому я про нее рассказать, в общем-то, ничего не могу, спойлерить не могу. Но я просто к тому, что эти вещи есть, их можно брать, их можно там прочитать и по ним вести. Причем каждая из этих книг, они вот, ну, там по 52 страницы, они каждая из них, она предоставляет некоторую свободу для вашей компании, для ваших персонажей. И они могут выбирать, по сути, куда они пойдут вот в этой песочнице, чем они сейчас займутся, чем они займутся позже. Там есть очень хорошая вещь, это с течением времени происходят события вне зависимости от ваших действий. Да, я слышал это. Это клевая штука, которая позволяет вам чувствовать, что мир живой, что... Троица целая вроде. Да. Да, она просто, ну, то есть, если вы что бездействуете, там может случиться что-то плохое, что-то очень плохое. А если вы что-то делаете, то это плохое может не случиться. Ну, или наоборот, если вы что-то не сделали, что-то хорошее произошло. То есть, грубо говоря, вы можете влиять на события в этом мире, и эти события все равно будут происходить, даже если вы не будете на них влиять. Это тоже как бы такая изюмина, очень, очень хорошая. Дальше вот я бы пробежался по таким штукам, как вот... Памфлет прекрасный, называется Haunting of Ypsilon 14. Ну, призрак Ypsilon 14. Великолепная вещь, я вел. У меня друзья, они это... То есть, ну, это настоящий хоррор, такой вот в классическом режиме. То есть станция горнодобывающая, на которой случается какая-то ерунда. А вы там вообще как бы не при делах, вы просто прилетели с кораблем доставки там, ну, месячные продукты им доставить, забрать руду и улететь. Собственно, вы там просто случайно попали и вот попадаете на станцию, а там творится что-то непонятное. Вы не можете улететь сразу, и потом оказываетесь втянуты в эти события, и дальше происходит так, что либо вы докопаетесь до сути того, что происходит, либо вы кого-то спасете, и вообще спасетесь ли вы сами.
То есть, и это все на одной странице. Вот она, двух страниц. Это просто, просто вот памфлет. Просто А4, свернутый в три раза. Все. И там все есть. Там есть вся информация. Прекрасная штука, можно вести. Ну, собственно, «Плевая работенка», которую я там написал. Акаяма это написали на Мазершипе. В Дискорде Мазершипа товарищ один. Он ее просто написал. А мне она понравилась, я ее перевел. Не опубликовал, но могу поделиться, скажем так, лично, потому что я еще ее не провел для своих игроков. Я бы не хотел спойлерить. Но поделиться могу. То есть я его могу отдать, чтобы вы проводили. Вот. Потом «Приборка на тюремной станции Эхо» то же самое. Там идея. Акаяма. Акаяма это просто как бы стандартная работа по. У нас там корабль что-то завис. Слетайте, узнайте, что с ним. «Приборка на тюремной станции Эхо» это такая. Депрессивный такой ваншот про то, что вы без средств к существованию взялись вообще за какую-то вот прям грязную работу, типа прибираться. То есть, по сути, уборщик на тюремной станции. То есть, такая прям жуть там. И вынуждены разобраться в том, что это за станции и чем они там занимаются. Реликты дорого стоят, но это, собственно, отсылка к «Чужому» и «Номинат». Это вот то, что я проводил по «Фейту», я ее думаю, что вот она прекрасно подойдет под «Мазершип». Это вот по поводу, где брать злодеев. Вот этих злодеев, монстров можно брать вот в этих всех приключениях, которые есть. «Мертвые звезды». «Мертвые звезды» — это вот три серии ролевочные провели, но я так понял, что это у них... приключения из какой-то другой вселенной. Возможно, Start Without Number, либо Traveler. Не знаю, откуда они ее взяли. Я просто не спрашивал. Вот я знаю, что профессор Фикус вел, который Даймон и песок какой-то желтый. Вот они, он точно сказал, я у него спрашивал, он сказал, это из Тревелера. В Тревелере есть отличные таблицы по созданию каких-то локаций, приключений, завязок. Он просто там, говорит, покидал кубов, там посидел. Либо, как это обычно бывает, просто можно на них полюбоваться и выбрать то, что тебе хочется. И у тебя получается приключение. Вот он проводил такое приключение, у него интересно есть. Градиент Десцент я сказал. Сальт вот есть. Сальт новый тоже. Это авария звездолета. Там вам придется там с цунами бороться, с заброшенный какой-то научно-исследовательский центр. Приключений много. Я могу, в принципе, ну вот, просто заходите в Discord Mothership, вопросы и ответы. И у них там буквально третий пост, Шон Маккой сам лично там, он просто этих сохраняет, какие приключения есть. Потому что... Вот у кого проблемы с английской речью? Куда обратиться? Вот у меня проблемы, поэтому я для себя переводил. У меня тоже проблемы. Чтобы не запинаться на играх. Потому, вот я, собственно, для этого и переводил все. Все материалы, там, листы персонажей, чтобы потом просто можно было сесть и играть, и уже не думать о том, что там, как это переводится, и еще что-то. Да, в группе есть перевод правил. Да, да. А, правил нет, я не знаю, правил, наверное, нету. А ты правила не переводил, что ли? Нет, я не переводил. А, ну, у тебя же есть этот... У меня есть три листа ширмы смотрителя. Это вот, который Квадро предложил. Кстати, в нем есть очень хорошая штука там. Это вот как раз серьезные критические раны в бою. Это такая тоже хоумрулина из блога Шона Маккоя. То есть это автор игры, он сам там еще допридумывает. Вот он там придумал. То есть вы бросаете два D10, по сути, и выясняете, куда попал критический выстрел там или рана нанесена, и какое это ранение. Там есть от простой царапины до смертельного ранения. Кровотечение, тяжелое ранение, временные вещи, переломы. И все, любые там, живот, грудь, спина, голова, торс, внутренние органы. Там смещение позвонков. И там описывается эффект. То есть это вот, я когда переводил, я думал, ё-моё, это вот маньяки какие-то писали, очень страшно. Но для этой игры самое то. Поговорить про монстру немного, про бестиарий. Да. Монстры. Просто понимать, смотри. Монстры, там, ну вот смотри, сейчас я говорю. Ну, как создать, ну это уже, наверное, пока не затрагивает вопрос. Ну смотри, в том же «Чужом», например, вот.
мы все знаем, ну, в принципе, кто смотрел «Чужого» и кто там... Что «Чужой» — это такая хрень, суперорганизм, по сути, идеальное оружие, который может и в космосе, и под водой, и, блин, что только не может. У него кислота разъедает все. То есть игроки, даже которые... Ну, главная проблема «Чужого» — это то, что игроки знают, что их ждет. Ну, но и то, есть несколько, ну, да, то есть несколько видов «Чужого». Да. Вы увидели кожистые какие-то корзинки, все, а, яйца чужого, сейчас оттуда полезут. Вот, но в этом сам есть и сок главный, потому что они знают, что ждать, и они ссутся с этого. Они, особенно, когда персонажи не знают, кто это. Блин, такие, блин, черт, мы же знаем, ну ладно, надо идти проверить. Да-да-да, но это вот через себя переломано. В этом плане, кстати, вот хорошо вот эти модули все использовать, потому что монстры там действительно... очень интересные и очень необычные. Ну, от обычных, например, космо-зомби. Это вот я вот то, что я сделал, модуль там, простое исследование заброшенного корабля. Ну, там, с аварией вы выясняете, что с ним случилось, почему с ним это случилось. До каких-то странных вещей. Ну вот, к чем я, к чему, то есть... Да. И когда появляется чужой, обычно все уже обосрались в этот момент, потому что там паника максимум, там морпек стреляет, морпек, автоматический огонь, у всех стресс повышается, когда автоматически кто-то стреляет рядом. Там, и чужой подходит, у него есть такая таблица действий. То есть ты кидаешь кубик К6, он может там пшикнуть, там, порычать, может повалить на землю, и шестерка, он приходит и убивает тебя просто с одного удара. Вот. Из-за этого игроки, которые либо второй раз уже играют, то есть, они уже, в принципе, короче, вступить в бой для них равносильно смерти, то есть, но они оттягивают бой, они стелс пытаются, и стелс еще корявый, это... причем адский, то есть, там это нормально. Практически невозможно еще при этом. Это второй вопрос, но это нормально, чужой это действительно сверхсущество, которого действительно надо бояться. Это вот, во втором фильме, например, там все-таки показали, что их можно пачками валить. Там оружие хорошее было просто. Ну, правда, да, при наличии, скажем так. Так вот, мазершипы есть. Вот там... Да. Да, конечно. Противники могут ли вызвать, ну, такой же проблемы? Да, конечно. Конечно, разумеется. Там есть такие противники. Там есть противники совершенно разных классов. То есть там... Я боюсь рассказывать про них... У каждого есть свои особенности. Причем эти специальные атаки и так далее. То есть, ну, например, любой монстр характеризуется в мазершипе следующими параметрами. У него есть такой параметр бой. То есть, ну, это как бы тот процент, при бросая который он попадает, не попадает. Дальше у него есть скорость, соответственно, то есть, которая влияет на инициативу в бою. И есть... здоровье, которое определяется хитами, то есть, ну, то же самое, то есть, можно просто там несколько хитов со здоровьем, то есть, здоровье уходит, хиты тратятся. И самое главное, вот мне очень понравилось, у них есть еще один последний параметр, четвертый, называется инстинкт. Что это такое? А это все остальное. Вот все, что сюда не вошло, ни в бой, ни в скорость, ни в здоровье, да? Инстинкт — это все остальное. Как говорится, ку — остальные слова. И это очень хорошо, потому что это лаконично, тебе не надо запоминать там много чего сейчас вот конкретно ему применить. Ты знаешь примерно, какой у него инстинкт, то есть что он может, на каком уровне. И пользуешь одну эту характеристику, вот, ты не останавливаешь процесс игры. Ты всегда можешь бросить сразу и сразу дать ответ, что произошло. Но при этом есть, например, какие-то особенные приемы, удары, там клыки, когти, кислота и прочее. По поводу, кстати, чужого. Чужой — это практически первый монстр, который в мазершипе там сразу на хоум рулили. Его характеристики есть. Они их можно взять, ну, есть, это, играть легко. К чему я? Причем, то есть, это, да. Ну, чужой, в чем его крутость? Он даже для мастера чужой очень... Короче, ты его сам не понимаешь. То есть он чужой, ты кидаешь кубик этот, и он может что угодно сделать. То есть, ты, в принципе, не ты его направляешь на игроков, а что он дальше с ними делать будет, это вообще другое дело. Ты даже, вот, допустим, игроки снесли ему все жизни. Он кидает кубик.
либо у него половина жизни отрегенится, либо он делает последний удар. То есть он такой, это как в анекдоте у Гоблина про маньяка. Этот. Подходишь сзади, пэл, типа, и тут есть последних сил, короче. Из последних сил. Да, да. И он, короче, там, если он промахнулся, короче, он умирает. Если он попал, у него половина жизни восстанавливается, короче. Он может убежать. То есть реально ты его убил, а он убежал. Там, в вентиляцию, шук, и улетел. Он может там и просто умереть. Но при этом он умер, взорвался при кислотой, например. То есть, рандом адский, получается. А, здесь есть такие вещи, как, например, изменение поведения монстра при потере хита. Да. Например, у монстра есть несколько хитов. Если он теряет их определенное количество, то у него меняется поведение. То есть он уже там, например, менее агрессивный становится, либо идет отлечиваться куда-то, либо начинает вести себя более стелсово, там, не лезть на рожон и так далее. Такие вещи прописываются. Поскольку параметров всего несколько, и прописать можно все, что хочешь, тут можно самому сочинять этих персонажей. Ладно, заспойлерю одного. Мне очень понравилось, там люди просто, они как-то коллективным разумом все напридумывали. Я там тоже вносил лепту, подсказывая немножко. С Google переводом. Ну, кстати, вот я, например. Монстр! Ага, монстр! Давай, вот монстр. Называется он. Называется он. Хичер, по-моему. Ну, то есть охотник такой. По сути, это программа, которая попадает в умные скафандры и приводит к тому, что, например, у вас что-то случилось с кораблем. Экипаж облачается в скафандр, выходит проверить дюзы, заклинившую створку, и видит, что рядом дрейфует еще один космонавт, машет им рукой. Он, недоумевая там, он не просто машет, он показывает, что у него что-то не в порядке, плохо, ему надо помочь. Ну, пытается ему помочь, подлетает, разворачивает, а там... иссохшееся, мумифицированное лицо. То есть просто обтянутый череп с пустыми глазницами. И в этот момент ты бросаешь на спас, потому что у тебя по локальному Wi-Fi вирус переходит в твой скафандр. Этот скафандр — носитель вируса, который захватывает управление скафандром. И после этого, если ты не пройдешь этот спас, управление берет на себя именно он. И ты можешь только там... Я не знаю, что ты можешь сделать. Оп! Да. Ну, это вот пример таких вот даже странных монстров. То есть там может быть что угодно. Там были монстры, которые питались кораблями, например, внутренностями, и потом мимикрировали, что они как бы функционирующий корабль. И так далее. То есть это... Ну, там что угодно, может быть. В общем, я не буду тут... Ну, кстати, вот... Идеи для игр. А у Чужого, к сожалению, монстр такой, как это, самый главный. Но... Ну, давай, я тут... Нет, кстати, я вот поспорю, потому что в Чужом не только чужие есть. Не только. Да, там есть, например, космическая саранча, которая мигрирует, короче, от планеты к планете, и потом просто рой сжирающий все просто. Да... Это хорошо. Есть тихоходки, например, которые как эти, как шах, их, короче, как шахтер, их эти компании, как шах, использовали, как этих, как буры, короче. Из-за этого они на многих планетах. Я понял, там много кто есть, это могут быть спойлеры. Сейчас. Но это не сколько спойлеры, это же они. Ну, на самом деле, вот сейчас можно поговорить о том, как нагнетать ужас. Да. Как раз. Потому что на самом деле чужой. Его страх-то не в том, что вот он такой вот красивый весь, лоснящийся и черный, и зубы у него нечищенные, и пасти две, и что он на тебя смотрит, зыркает и хвостом тебя пробивает, а в том, что он где-то топает, а ты его слышишь. И при этом не знаешь, где он топает. Датчик движения еще. Датчиком он тебя пиликает то тут, то тут. Вот в этом страх. Страх только в этом. То есть вначале надо нагнетать. А что нельзя показывать. Датчик нельзя включить на постоянный режим. Ты можешь один раз включить его, и одну территорию проверить. И потом только типа следующую. Ну, это интересно. А он тратит, короче, механика. Энергию. А, это интересная механика, кстати, очень хорошая. Вот. Ну, я бы так делил. То есть есть ужас. Ну, то есть, например, ну, если игроки опытные, то есть они, например, знают, что такое чужой, знают, что такое
ужас, то есть, это, знаешь, страх от знания, то есть, как бы, ты знаешь, что тебя ждет, из-за этого ты боишься. А другое, это как лавкрафтовский ужас, а страх от незнания, наоборот. От неизведанного. Да, неизведанное, да, что-то неизведанное. Этот страх лучше. Да. Ну, в общем, грубо говоря, там, как обычно, надо все время постепенно все. Да, нельзя сразу, нужно постепенно. Сначала все нормально, все хорошо, обычная работенка, сколько раз мы это делали, прилетели, посмотрели. Потом начинаешь замечать, фигня какая-то происходит, что-то тут что-то не то, тут кран сломался, почему-то капает, никто не чинит, что за фигня. Там кошка куда-то швыранулась в сторону. Социалка важна очень в самом начале между игроками. Да, зашипела кошка, что-то убежала, непонятно. И вот возникает какое-то легкое беспокойство. Это беспокойство постепенно нарастает. И ты понимаешь через некоторое время, надо показать, что это не просто беспокойство. Это действительно что-то страшное происходит. В этот момент переходит у игроков на новый уровень. Они начинают там всего бояться. И вот тут вот возникает то, что где-то что-то потопало, где-то что-то, кто-то пропал. Какие-то появляются проявления этого ужаса. То есть ты идешь, увидел страшный расчлененный труп, там, кровище, мясо. Либо наоборот, что-то такое вот, он вроде лежит, и весь иссохшийся, и непонятно, почему все соки, у него воды нет в нем. Он остался, как будто он 1000 лет здесь пролежал. Хотя вот ты его только что видел там утром. И вот тут вот начинается, так, что происходит, как это? Ну и в конце, конечно... Вы когда уже вот что-то вот начинается, да, и все это уже понеслось. Только спастись, либо убежать, либо сражаться, либо что-то. Вот это вот такой, ну, как это сказать? Хотя, кстати... Квинтэссенция, катарсис такой. И либо вы спаслись, либо поняли. Если... Ну, еще пример, как бы. Помнишь, как в Dead Space все началось? Там практически сразу все началось. То есть они прилетели, вошли, и в первой же комнате просто там месиво началось, короче. И надо... Команда разделяется, короче. Ну, или там, знаешь, метеорит там врезался в корабль, надо быстро что-то делать, быстрее там. Экшен, да. Просто там. Вот, и как вот ты, например, что ты используешь, ну, как бы, для нагнетания атмосферы? Для нагнетания? Угу. Ну, вот именно это. То есть я вначале все спокойно, все нормально, угу. Простая работа. Потом происходит некоторые полунамеки. Три этапа. Полунамеки. Угу. Ну, там, на самом деле, да. Ну, практически, можно сказать, 3 этапа. Полунамеки, что-то такое вот не совсем нормальное. Игроки начинают обращать на это внимание. Они пытаются разобраться, вникают. Либо, если там есть какие-то НПЦ, например, некоторые НПЦ, например, могут уходить от ответа. Ну, вот давай, например, я расскажу. У меня есть такой, тоже я его не публиковал, но могу поделиться. Город граней. Uh-huh. То есть молодой ученый, на одной странице, кстати, с оборотом, можно напечатать, тоже буклетик получится. Uh-huh. Молодой ученый там нанимает вашу команду, хочет на планету, там есть город граней, который когда-то фурор произвел, надо исследовать, долго пытались разобраться, что за фигня, никто ничего не понял, какие-то остатки каких-то цивилизаций. Все забили уже, потому что загадка не разгадана, хотя вот это, кстати, странно, если как забили, ну просто привыкли, то есть обыденность. И вот он нанимает вашу команду, пытается туда просто доехать. Приземляются, простой какой-то захолустный партишка непонятный. Люди. Мэр. Кабак. Рыбалка. Люди. Ну, обыкновенные обыватели, ничего такого. Но как только вы пытаетесь просто поговорить о том, что вот тут вот у вас в горах, рядышком вот эта вот достопримечательность, может, скатаемся, все переводят... Переводят тему разговора. Тень над Инсмутом такая. Тень над Инсмутом такая, знаешь? Ну, возможно. Я не знаю. Ну, в общем, грубо говоря, все, никто не хочет об этом говорить. Никто не берется вас туда отвезти. Никто. И, в общем, у вас там... Вот это возникает некоторое смутное такое вот сомнение. Ну, не сомнение, это вот тревога. Такая, а чё, а как так? Почему? Что-то не так? Почему? Ну, как бы, а чё такого-то? Ну, вот же этот город. Что в этом особенного? Это можно, наоборот, бизнес делать, там, туризм.
прочее, прочее. Но как-то все уходят от ответа, никто не говорит, что как будто бы табу, все. В конце концов, находите себе транспорт, пытаетесь туда доехать, какого-нибудь человека там заплатили кучу денег или еще что-то, он вас довез, например, или не довез, или сказал, вот вам транспорт, я не поеду там, потом вернете, если что, вы какие-то это, что вам надо там, пойдем лучше на рыбалку, или вон там пиво бахнем, что в самом деле. Приезжаете туда, и вот там город грани, вы ходите, смотрите, не понимаете, что это. Дальше не буду рассказывать. Я думал, сейчас, знаешь, будет как у гоблина. Это примитивный ужас, и тихо, тихо, и сейчас скример такой. Не, никакого. Ну, можно сказать, да, пусть будет скример там. И вот, в общем, в конце концов, там, вы пытаетесь, вот, кто-то, он просто гладкий. Гладкий, острые грани, непонятно, как сколько времени здесь стоит, совершенно непонятно. Иногда прозрачный становится, иногда темный, вот до такого, что поглощает все, весь свет в себя. Такой обелиск из Dead Space. Практически, да. Но это просто громадные мегалиты такие. Вот они торчат тут, и ты не понимаешь, что это. Что будут делать игроки? Давай, вот ты игрок, что ты будешь делать? Ну, смотря от роли зависит. В принципе, если я буду каким-нибудь морпехом, я такой, ну, ученый. Давай быстрее. Ну, допустим, как бы то ни было, как рано или поздно игроки захотят повзаимодействовать с этим городом. То есть они до него прикоснутся или что-то сделают, или пытаются его там поколоть, еще что-то. В этот момент они все теряют сознание. Все. Угу. После чего наступает вторая фаза. Они просыпаются, у них немножко гудит голова, то есть непонятно. Смотрят, что солнце немножко склонилось ниже. Ну, там, на самом деле, несколько солнц, 3 было в этом оригинальном сеттинге. Смотрят, и нет машины у них. Машины у них нет. Они пытаются добраться обратно в город. Ну, каким-то образом доходят все-таки. И тут возникает странное. Всюду, куда бы они ни пошли, их встречают с фразами, типа, вы только что тут были. Че вам надо? Снова захотели выпить? Ну, заходи, у вас здоровья много. День сурка. Ну, близко. Такой зацикленный день, что ли? Да. То есть, нет, не зацикленный. Да. Они приходят, в конце концов, они находятся там, захотят улететь уже, да? И вот в этот момент, когда они подходят к космопорту, они видят, что их корабль взлетает с ними на борту. И уходит. Блин, заинтриговал прям. Что будете делать? Угу. Ну, на самом деле, там интриги никакой особо нету. Потом приходится разбираться, что бы они ни делали, им все говорили, да все нормально, что, оставайтесь, хороший довод, город. Фильм «Довод». Оставайтесь, хороший город, рыбалка, тут пиво, все такое. А дальше ты прав. Наступает день сурка. Каждый день происходит одно и то же. Каждый день та же самая милая, например, официантка роняет также стакан. Происходит что-то непонятное. Когда они начинают что-то разбираться, что, возможно, проблемы с этим обелиском, и захотят туда пойти, весь город начнет их в стиле матрицы пытаться уничтожить. То есть как агент Смит все начинают действовать. Круто. И рано или поздно они их всех убьют. Только так. И финальная сцена будет такая. Капитан, взлетая на корабле, говорит, слушай, пилот, ты видел, там вбегали какие-то люди, похожие на нас. Померещилось, наверное. Да. Ты в курсе, что есть какая-то странность? В галактических картах в этом городе 0 жителей. И улетаю. Хорош. Круто. Например. Ну, при этом, например, что это может быть? Это может быть что угодно. Ну, в модуле я там описал, почему так. Так что я его отдам, если кому интересно. Да, конечно. Вот. Ну, он короткий. Я его весь рассказал, в общем-то. Уже интриги никакой нет, все за спойлер. Да. Ну, ладно. Ну, не все посмотрят, я надеюсь. Да? Этот. Что используешь, кроме, повествования? Например, музыку.
Музыка это очень сильный, это 50% вовлекающий, я думаю, даже больше, вовлекающий элемент. Да, очень мне нравится подборка там вот саундтреков из «Чужого». Особенно, когда ты водишь по «Чужому», у тебя саундтреки из «Чужого», они прям ловят люди. Это просто прекрасно. Он, кстати, подходит под много чего. Я его даже включал. То есть, Dead Space. Для «Призрака Ипсилона 14» тоже очень хорошо подходит. Там прям обязательно. Музыка, раздатка. У меня раздатка хорошая, интересная. У меня ее, правда, даже не открывали, боялись просто. Говорит, не трогай там. Капитан орал там на ученого. Ученый, я что увидел? Я им достаю, говорю, смотрите. Такой, стой, не трогай, по рукам чуть не бил. А вживую играете или онлайн? Мы вживую играем. Я онлайн, говорю, вот сейчас Zoom настроил, чтобы с тобой пообщаться. Вот, ну, кстати, вот я, например, сейчас про свой опыт расскажу. Я в первую очередь, у меня очень дофига музыки есть, и у меня есть эти, ну, датчик движения базовый, ну, звук, чтобы играть. Мне нравится, когда, знаешь, это когда игрок не сам включает, а когда он случайно включается, и там, типа, движение. Вот, потом звуки чужого, например, капание, что-то капает с канализации, с вентиляцией, да, кто-то бегает там, еще что-то, потом... есть ambient на нагнетающий, есть обычный, как классический чужой, музыка. Такая, ну, спокойно, когда еще ничего не началось. Такая. Есть нагнетающий, когда постепенно. И боевая музыка, как обычно. В зависимости от противника, то есть, например, если люди, то это обычный экшен такой. Если чужой, то она, музыка должна вызывать дискомфорт. Она должна давить. Да. Она давит на нервы, А как переключаешь? У тебя... В Roll20. Я потому что делаю так, у меня... Там включаешь, и там для всех играет он. Я на телевизор вывожу несколько, как бы открываю окон, и когда мне надо какое-то, я либо это включаю, либо это. То есть, ну, просто переключаю так вот издалека мышкой, там, блютусный. Ну, да. Музыка разная, очень важно. Особенно, когда у тебя включается самоуничтожение корабля ровно 10 минут с этим нагнетающим звуком и постоянно там «Да, самоуничтожение осталось!» Да. Мэнк. У героев метагейминга очень понравилось, как их ведущий, он очень быстро говорит. То есть он очень быстро говорит. Вот для хоррора, мне кажется, это немножко сбивает атмосферу. Тут нужно делать небольшие паузы, там, давать вот это вот прочувствовать, чтобы все притихли. Вот это вот. Но при этом у него потрясающая имитация звуков вот этих всех. То есть как бегают чужие, как они там рычат, вот это вот все. То есть, как включается датчик движения, как открываются двери, например, там еще что-то. Великолепно. Потом... Звуки очень хорошо. Вот у меня пока не очень выходит, с программой с Roll20 не очень взаимодействует, это голосовые фильтры. А, да. Например, андроиды, которые как робот... когда-нибудь я сделаю это, потому что вживую это не сделать, либо записывать на отдельно. Фразы, да. Я записал. О, кстати, давай включу сейчас для смеха. Потому что роботы демонически говорят просто, особенно вот... Играл в «Чужой изоляции» игру или видео? Я ее видел, да. Там эти роботы, которые у них глаза еще красные. Они великолепны. Фантомасы, эти синты, говорят эти... демоническим голосом такие. Синты великолепны просто. Они там... Вам нужно чем-то помочь, начать тебя душить просто. Да. Сейчас... Вот, не стоит беспокоиться. Не знаю, будет слышно, не будет. Сейчас, секунду. Попробуем запустить. Так. Где? Если вы беспокоитесь, да, слышу. Слышу, могу прерывать вашу жизнедеятельность. Не надо сопротивляться. Это ни к чему. Вот как раз, кстати, это то... Ну, помедленнее, кстати, я бы помедленнее немного сделал. Это то, с какими фразами может обращаться как раз вот в «Городе грани». Это для него написал. То есть, когда там
эти граждане начинают нападать на них со страшной силой, у них меняются голоса, они начинают говорить там, как потеря контроля жизнедеятельности, отбраковка, вынуждены провести отбраковку. Там страшная штука такая. Ну, в общем, грубо говоря, вот это вот именно тот вот, те этапы, которые надо пройти, чтобы вот этот вот ужас, он постепенно нарастал, приходил к какому-то вот такому вот кошмару финальному и разрешался уже чем-то. Еще очень важно, я заметил, для хоррора настольно-ролевых игр, это играть ночью. Да, не при ярком свете. Я, может, ошибку совершал. Мне, например, еще я все пытаюсь, как это сделать. Ну, блин, это в Roll 2 сложнее, в жизни, наверное, легче. Это имитация фонарийного цвета. Знаешь, красненько там. Либо лампочка, которая вот так... Представь, свет выключается, и лампочка загорается такая, в темноте еще. Вот это. Слушай, ну это уже просто театральные постановки. Очень круто. Это должно просто влиять. Потому что хоррор — это эмоции в первую очередь. Не сколько геймплей, сколько эмоций. Ощущения вот эти. Надо игрок, если он не проникнется в хоррор, он ему не зайдет просто. Совершенно, да, согласен. Вот, что еще? Ну, фильтр, музыка, окружение, ночью играть. Так. Какую-нибудь раздатку, которую можно пощупать, например, там. Ну, это я-то просто онлайн вожу. Это у тебя больше раздатка, да. У меня визуализация. Это визуализация, да. То есть я, например, там, игроки сидят, и резко у них на экране чужой возникает. Скримером таким, да. Вот. Мне нравятся игроки, у которых интернет слабый, у них прогружается медленно, они такие, Вот. Быстрее, да. Вот. Потом. Что еще-то в хорре важно. Так, ну это. Вот. Про мой опыт. Я до этого водил. То есть я пытался миксовать. Чужой, благо, позволяет миксовать тебе. То есть у тебя есть, по сути, все фильмы Чужого, они дают тебе прям 7-6 сценариев. То есть у тебя есть оригинальный Чужой, то есть хоррор такой, где ты противоставляешь себя существу, которое сильнее тебя, и ты вообще первые две части, остальное не то. Ну да. Нет, вторая часть, кстати, она отдельно идет, потому что там это больше экшен. Нет, я считаю, вторая часть сохраняет то, что присуще. Нет, я в плане настольной игры правила, то есть у нас там разделение идет. То есть рекомендации. Ага. Есть играть, например, дальнобойщиками по первому фильму, либо играть морпехами, чисто морпехами. Это второй фильм. Я очень люблю, на самом деле, третий фильм в плане атмосферы такой околохристианской, вот, знаешь, дьявол, типа, что Чужой — это такой дракон, типа, там... Мистика. На любителя, да. Мистика, да, это такое. А вот мне кажется, что любая мистика, которую вот люди вот начинают, мистика, она должна иметь какую-то, как сказать, реальное... Реальное объяснение. Просто до этого объяснения можно не дойти, например. Вот. И. Ну, и это еще один сценарий. Это чисто вот исследование космоса. Там эти инженерские постройки, инженерские корабли, все вот такое. Вот. Кстати, очень классно. Вот археологические вот какие-то вещи откапывают, вообще круто. И вот. И о чем прикол? Вот благодаря третьему фильму, там же есть хронология, вообще сеттинг описывается. Там есть эти фанатики, которые хотят переродиться. И они как раз вот это, типа, ну, как происходит перерождение? Ты там либо фейсхагера на себя сажаешь и перерождаешься в Чужого, либо там добавили, есть неоморфы из Завета. То есть ты спору в себя, и из тебя хрень вылезает. Вот в Иллюминате, кстати, как раз... Вечерних гостей. Они вот эту тему... Да, там неоморфы были как раз. Делали классно вообще. И биотерроризм такой в стиле Обители зла вполне себе. Плюс, учитывая, что еще дофига всяких религиозных сект, которые просто мешают жить людям обычным, и они могут вызвать это, то есть там, например, на лаборатории теракт совершить, из этого Чужой там выбраться. Да. Вот, и у меня родилась идея, у меня две идеи, сейчас расскажу первую, это планета, которая оказалась изолированная, и пати состоит полностью из детей.
то есть из детей, которые пытаются выжить, то есть мародеры, ганнибалы, фанатики. Yeah. То есть там, знаешь, мир... Детей жалко. Нет, морской мир, короче, выполнен в виде, то есть там такие города небольшие морские, они связаны одной дорогой круговой такой. И дети, короче, должны в этом... То есть такой открытый мир. Что они будут делать, что такое? Песочницу. Ну, песочницу. Да, да, да. Создать песочницу в каком-то... Uh-huh. И в чем прикол? Я как-то... Мне как-то удалось построить общую историю, и эти события происходят частично до событий моих других игр. То есть я такую связь построил как... Классно. Вот. И это небольшой спойлер, хотя игроки в курсе, потому что мы все пытаемся провести, собраться не можем. Я вот все время боюсь что-нибудь такое рассказать. Вот, чего и потом... это на самом деле база испытаний для корпорации, которая этих детей в спецназ хочет превратить. Вот. Ну, типа, если они выживут в итоге... Они, Никита типа... стайл. Да-да-да. Вот, и я там вожу какие-то дополнительные, ну, хоум-рулы свои по-чужому. Это... эксперименты корпораций, то есть гибриды, например, все да, такое. Да, да. Вот зловещие корпорации, кстати, почему-то вот я считаю, что наличие корпораций, вот это роднит, во-первых, космические хорроры с киберпанком, собственно, потому что это как бы вот такой вот, ну, вот да. предельное развитие капиталистического. А вот что тема в этом чужом? Вот многие считают, ну, блин, первый, второй фильм, да? Вот мне, например, когда я открыл книгу, мне интересно было вообще мир узнать. И на самом деле Чужой — это 80-е, это холодная война в космосе. Да. То есть там есть конфликт трех империй, которые марионеточные государства и Вейланд-Ютани. Есть там союз прогрессивных людей Китая, Россия, Германия, которые коммунисты. Советы. Да, есть. У них, которые там, их очень, у них достались им бедные планеты, и у них перегруз, нафига народу, и они все время кочуют, типа... Потом есть американцы, как обычно, самая такая положительная фракция. Демократия. Да-да-да. Свобода. Вот. Ну, 80-е, там еще Вьетнам, отсылки на это. Ну, то есть, морпехом, если смотреть, это Вьетнам чисто. Вот, я, кстати, вот сейчас включаю музыку из вьетнамских фильмов, когда морпехи летят просто. Вот это вот там. Вот. Потом... Лёд Валькирии надо, да. То есть, причем круто Чужой, вот мне люди говорят, типа, да что можно по Чужому, где-то игра, это ваншот, типа. Ну, нет. Говорю, нет, я говорю, да. Есть... Кстати, а вот здесь я согласен. Есть, смотрите, есть холодная война в галактике идет. Учитывая, что Чужой... Вообще, я вот давно это пришел к этому мнению, это ядерное оружие. То есть, меня ядерное оружие Чужого, и у нас можно отыгрывать прям политическую такую... Да, это как-то убер-ваффе. Да, вот. Потом идет параллельно война корпораций. Вундерваффе. Да, отдельная тема, да. Завладеть там все вот это. Параллельно у нас, кроме Чужого, одна из основных тем — это андроиды. То есть, вот, потому что мы знаем, что корпорация, например, управляет андроид. Ну, типа, там, слух. И, ну, там же в Вейланд еще какая-то была на Т. Там много. Кстати, там... Трисел, которые как раз делали андроидов похожих на людей, вторые делают не похожие. Там есть, смотри, там конфликт Эрл, идет Тайрл. С этими и с... Это из «Бегущего». Да. Там же, я так понял, сеттинги их вот так вот скрестили аккуратненько. Типа, одна все... Ну, это точно пока нет. Ну, вот. И там есть, например, корпорация... Вот это, который как раз который синтетиков делали в изоляции. Угу. Которые вот эти демонические синтеты, короче. Которые дешевые синтеты, они их продают русским, ну не русским, эти прогрессивного человечества, и они тайно хотят армию собрать, боевых андроидов. Вообще, во вселенной Чужой запрещено создавать боевых андроидов. Запрещено. То есть они как-то типа этих. Тайно. В общем, все там на грани войны, по сути, идет. Вот. И, блин, очень всего много интересного, например, там... И они добавили каноны из комиксов, из книг, то есть они... Да, вот я как раз хотел сказать, что там компания возможна, потому что там есть очень большое количество сюжетов, которые можно из комиксов. Это, кстати, вот когда у Норпа, у Бриганова, он зачитывал в своем Дискорде правила Алиена. А я там сидел как раз, я комментировал. Да, да, я там тоже был, слышал. И вот как раз там, да, вот он про эти, когда комиксы рассказал, я такой, ё-моё. Да, когда Чужие заставили человека лечить их. Да, да, да. То есть, когда вот это вот, ну, то есть там действительно есть много, может быть, приключений. Но здесь я считаю, что Чужой, он все-таки должен быть все равно как бы в таком финале. То есть можно вводить компанию в мире Чужого, но при этом Чужого самого не показывать. Он должен появиться там действительно как, ну, там, в финале в такой... Да? В
квинтэссенция, когда это вот он появится, и все скажут: мы к этому долго шли, вот он там, он нас сейчас там, или мы его. И все. Вот компанию вот на этом строить можно. Я считаю, да, это очень здорово. Так, и что еще там? Вот, я всегда люблю водить нестандартные истории. У меня первые несколько компаний были про корпоративных служащих, про спецназ корпоративный. То есть, знаешь, когда ты делаешь себе персонажа, мразь, то есть, когда ты ради денег готов на все там. Вот. А в «Чужом» это идеально в плане того, что там когда ты играешь в компанию, там есть трехступенчатое повествование. И на втором этапе у тебя, у каждого персонажа появляются цели. То есть, например, учитывая, что там могут быть двойные агенты, могут быть скрытые андроиды, может, вообще за вами вас послали на убой просто проверить. А это и в компаниях производится, или только в кинематографическом? Это в кинематографическом режиме. Вот, и там это весело, потому что... Ну, это оправданно, да. То есть это не дает простаивать сюжету. То есть да, у каждого игрока, если у него нет мотивации, ты ему этой карточкой эту мотивацию создаешь. Пати, у меня собралось пати из спецназовцев. Там один андроид боевой, один представитель корпорации и ученый. И у представителя корпорации есть офигенная билка, он может подставить союзника под удар, короче, из-за себя. Да. Вот так, короче. Да. И у него есть там корпоративный ключ, который любую дверь открывает. Просто такие мрази других подставляют. Но в ногу, знаешь, как это... анекдот про... Вот у меня раньше жена была, типа, она меня спасла жизнь. Как? Я ей ногу выстрелил, короче. Как-то бежали от медведя. Типа. Вот там такое, типа... Ну, в игре написано, что если игрок предает группу, он автоматом становится НПЦ. То есть игрок не может воевать против других игроков. Ну, это чтобы не нарушить просто, как бы, мир за столом вне игры. Да, то есть если ты выстрелил, то все, считай, у тебя персонаж уходит в НПЦ. Вот мне это знакомо, поскольку я очень долго вел игру, где было жесткое противостояние. Это как раз стратегия. Там вот люди просто воевали друг с другом. Очень сложно, кстати, сохранять себя. Чувак, по мне, на самом деле, очень сложная тема вообще в хоррорах играх — это разделение игроков. Особенно в настольных ролевых играх. Кто-то очень долго там выполняет квест, другие ждут его. И они, знаешь, еще проблема в том, что они видят, что у него происходит, то есть нет загадки, знаешь, типа параллельных линий, то есть другие не знают, что происходит, либо надо другую комнату вводить, там, все такое. Слушай, это сложно. Да. Для мастера очень сложно. Да и разделение вообще, в принципе, очень сложно, хотя очень иногда хочется, знаешь, это отправить техника чинить на нижние уровни, чтобы он один был. Отправить морпеха зачищать там еще что-то, ну, то есть сделать так, чтобы они разделить, чтобы они в одиночку остались против. Там есть опасность, что ты, пока ты со всеми остальными, он заскучает. Да, вот это проблема, наверное, пока что, которая не удалось решить мне, в принципе. Ну, жесткий тайминг, там, оставлять кого-нибудь на полуслое, там, сейчас с тобой. Да, вот так это. И пока тебе там в ажиотаже в таком. И этого тоже, довести до какого-то момента. И следующих. Но это сложно. Я не люблю, когда разделяются партии. Я люблю... Нет, знаешь, я экспериментировал, я водил одного игрока. Ну, то есть ко мне пришел игрок, у меня, ну, знакомая очень хорошая, привет, Света. И она фанатка «Чужого», прям вот. Но она боится его. Это, то есть, реально, страх детства. Идеальный игрок. Она любит его и боится одновременно. Идеальный игрок. То есть, реально, у нее страх. Она боится, но она очень любит эту вселенную, очень любит фильмы, как бы. У него один раз кошка позади дверь открыла, Кошка молодец просто. Просто да. И, блин, она так кайфует. И я ее в одиночку водил, и мне понравилось, потому что саспенс... Вот есть в хоррор-играх преимущество, зависит, потому что... А вот, кстати. Один игрок, одного игрока можно водить вполне. А вот, кстати, оптимальное количество игроков какое? 3-4 максимум. Согласен. Не больше. Слишком разделение идет. И я считаю, что нужны меньше внимания узкие специалисты. Не нужны... Универсалы не нужны, нужны узкие специалисты, чтобы игра крутая была. Чтобы все во всех понимал, что если техник помрет, вы отсюда не уйдете. Все во всех должны нуждаться, правильно. И причем это оправдано сеттингом, потому что, ну, в космосе действительно... Там дураков не набирали в космосе. Нет, которые должны там быть очень полезны остальным.
Это правильно. Самый, наверное, такой спорный в «Чужом» — это пилот. Потому что мне нравится, у пилота нет пилотирования, или что-то навык не вкачан вроде там у «Чужого». Там... Это как так? Не знаю, блин, у него что-то не вкачано, короче, по пилотированию ты можешь качать, как бы, но у него, типа, ну, навыки позволяют. Ага. Но он при этом, как бы, типа, в теории умеет, но в практике не вкачанный, типа, ну, ты можешь вкачать, конечно. То есть такой, как это сказать... прогуливающий недоучка, да, который да, да. купил себе диплом. Да, интересно. Вот, и что сейчас я делаю, хочу сделать? Я хочу сделать правила, ну, как раз вот я говорил про одиночные игры для одного человека. Потому что я считаю, что хоррор вообще можно водить спокойно. Это добавить хищника. Хищника и возможность играть за хищника. Ага. Как я это сделал? То есть, сейчас скажут люди, АВП не канон, кроссовер, это кроссовер будет. Сейчас скажу. Нет, смотрите, сейчас я сломаю всю эту систему, потому что... сейчас, секунду, кошка в очередной раз пытается выйти. Да. Все, кыш-кыш. Кыш-кыш. Кыш-кыш-кыш-кыш. Она еще царапается, это саспенс создает. Вот. Специально обученная кошка, на хоррор натасканная. Не на меня надо, игроков. Вот. В рамках хронологии «Чужого» каноничности упоминается каноничность комикса «Огонь и камень». «Огонь и камень» люди объединяются с хищниками против инженеров. То есть смотри, я про то, что... А вот у меня в этом будет только один логичный. А вот ладно, понятно, что людям хищники, допустим, нужны. А хищникам люди зачем? Этому надо давать объяснение. Да. Ну, я про то, что, типа... Нет, я про то, что привязал, типа... Нет, ну, так-то да. Вселен, так-то да. Это... Но каноничные произведения, они там есть. Ну, все. Да, это интересно. Плюс Ну, у нас же «Чужой» официально под Fox, то есть, ну, сейчас Disney получается. Да. То есть, обе этих вселенных, они одной корпорации, если принадлежат. Ага. Ну, и вот. Они будут ее все равно... Все равно, да. ...развивать. Да, и хищник идеально там вплетается, плюс за него, это как, знаешь, это как стать, ты же не можешь играть за чужого, а вот за хищника это ты уже охотник и жертва уже, это уже другой геймплей получается совсем, по сути. Ну, кстати, вот не можешь играть за чужого, если я не ошибаюсь, то вот эта черная жижа, она превращает там в какое-то такое подобие монстра, да, человека? Ну, черная жижа... Нет. Вот, нет? Кстати, очень печально, потому что я, скорее всего, буду доп. Правила на жижу делать, чтобы, если люди ее как-то употребляли, она на каждого человека по-разному влияла. По-разному. Ну, в общем, можно там, ну, смотри, предположить, меня, сделать, короче, и человек сможет это, сыграть все-таки. Это спойлер будет, но... Нет, тогда не надо. Нет, это для... Ну, вот, планеты, да, где там... Там есть секты, как раз, которые жижу используют, но это враги будут уже, то есть это гибриды такие. Ну, да, кстати, а почему нет? Да, потому что в «Чужом» очень не хватает. Причем можно же предположить, например, какую-нибудь фракцию, которая специально, там, религиозные фанатики, которые выращивают специальных людей, там, которых вот это и обрабатывают, чтобы делать из них машину-убийц. Вот, и еще проблема «Чужого», как по мне, отсутствие аргументации, то есть есть... Ты как пират, если руку, ноги тебе отрезали, ты будешь как... Нет возможности пришить новую ногу. Ну, то есть, ну, пришить-то можно по медицине, но если ты ногу потерял, ты как пират, наверное, палку вставишь и будешь ходить. Макс. То есть нет... А протезов нет никаких. А почему при наличии андроидов? Ну, как бы предположить, что часть андроида... То есть, ну, биороид... если только био этот. Андроидов. Нет, я не вижу проблемы здесь за хоумрулить, это, по-моему, вообще... Ну, понимаешь, я вот «Чужого» вообще очень за хоумрулил в этом плане. Ну и правильно. Что смотреть-то? Потому вот, что там, например, есть много оружия, которые есть в описании, но их нет в правилах. Например, наручный пистолет у коммуня, короче. У них есть, типа, пистолет, который... А понимаешь, пистолет, который ты не можешь потерять из рук... Там есть стресс, когда ты пистолет вываливаешь, а у тебя он к руке прибит. На вот это. Хорошо, да. Там Калашников есть, например. Это все, игра сразу становится хорошей. Так если он слабый очень. Калашников. Блин, плохая. Там, понимаешь, есть этот морпеховский, который этот импульсная винтовка. Есть Калашников, который для бомжей такой, как Калашников.
Понятно. Автомат. Плюс там у дробовика... Сам распространил. Ну, вот, кстати, вот... Знаешь, это как в обычных играх, дробовик — это такая убер-хрень, которая в ближней дистанции все разваливает. Да. А в Quake? Чужом... Это наследие Quake. А в Чужом, если у противника есть броня, дробовик превращается... Короче, там есть такая тема, что смартган, он делит броню на два. Угу. Потому что, ну, крутая тема. И импульсное... В общем, все импульсное оружие делит на два, типа, броню. Бронебойные. Как и у Чужого, да, как и у морпехов на броню. А дробовики... Короче, и не броню, разное оружие, оно умножает на 2 броню. Mm-hmm. То есть дробь на... Да. То есть, да, ну, то понятно, есть... но зато если брони нет, то, извините... Да, ваш... дробовик просто убивает. То башмётки, да. И а самое сильное оружие — это плазменная винтовка такая. О! Она стреляет один раз, и ход перезаряжается, короче. Ну так это значит слонобой. Да, там... И там ещё можно промахнуться, нормально. И корабль попасть, и улетишь. Это надо давать такую пушку самому меткому человеку из вашей команды. Как это? Трелани? Кто у нас лучший стрелок? Трелани, полагаю. Ну вот, и как бы... Как это вообще, в принципе, происходит? Давай сейчас это, ты расскажешь, как происходит соприкосновение с монстром Мазершипа, а я в Чужом сейчас расскажу. Короче, игроки в течение часа-двух их нагнетал саспенс, то есть mm-hmm. они идут, mm-hmm. увидели кровь, стресс, увидели андроидов, проходящих стресс, там тень стресс, у одного зависимость. Когда у тебя зависимость, либо голод, либо жажда, либо наркозависимость, ты пока ты не можешь лечиться, пока не утолишь их. И ну, у тебя чаще стресс накапливается. Здесь после голода и всякого такого у тебя начинаются неприятные последствия. Ты не можешь лечиться просто, у тебя жизнь не сможешь восполнить. С дезинвантажем, там, угу. с помехами на проверке и все. Да, какие-то... помехи, все вот это. Хорошая то штука. Есть стресс, да, панику куда-то там срабатывать, все такое. Вот, появляется чужой, там, выскакивает или там медленно спускается. Медленно, это да, страшнее медленно. Всегда, когда он медленно идет там. Вот это. Угу. Там, игроки обсираются, морпех орет контакт, начинает палить. Он палит из автоматическое оружие стресс всем. Все игроки стресс, кроме андроидов. Игроки, короче, кидают... То есть они когда уже стреляют, да? Они mm-hmm. кидают кубики стресса. Выпадают паники. Ну-ка, и все, и все да, паникуются. Да, цепная реакция. Один, короче, у одного выпало... А нет, они начинают трястись, короче. Этот ага, видит другой. Тремор. У него паника начинается с автоматом. Все. Он... У него там оружие из рук выпадывает. А третий... У него ярость. Он... Там бросается, либо убегает, либо на чужого бросается, либо на союзника бросается. Вот. У кого-то вообще там сердце останавливается просто. А у кого-то он просто в позу эмбриона ложится и вот так, короче. Да. Вот. В ступоре. Угу. Встал там, замер. Вот. Подбегает чужой. Он там кидает, допустим, единицу, напугал одного. Угу. Но из-за того, что все косы, из-за того, что у всех паника, они попасть по нему не могут. Ничто. Броня не пробивает. Пистолет вообще... Если у тебя, короче, нет импульсного оружия, в чужого стрелять бесполезно, короче. Ну, если такой у тебя неуспешный выпад, потому что у него броня гасит половину, то есть реально у него там броня гасит половину оружия просто. То есть все парят, как бы. К чужому еще кровь, то есть ты попал по нему, у него кровь, и у тебя попадает, одному чуваку, допустим, морпеху попадает кровь на броню, она каждый ход снимает одну единицу брони, а если попадает на кожу, снимает один хит в ход. И тебе надо снять одежду. То есть, если ты не снимешь, все. Ты... А, то есть у тебя как бы это вот... А, понятно. Пока ты не снял, на чем кислота, ты тут. То есть это способ лишить человека его оружие. Брони. Да нет, оружие, брони. Угу. Оружие, брони, да. А, то есть, потом... Вот, ты в кислоте там, угу. быстро-быстро. Еще тема в чем? Боеприпасов нет в игре. Паника. То есть, если у тебя паника... Кстати, вот это вот, кстати, интересно. Здесь смотри, если у тебя... То есть, мастер сам решает, когда у тебя закончились боеприпасы и во время паники. Слушай, ну очень много произвола тогда получается. Да, ну, это надо подгадать. То есть там морпех, там контакт стреляет, короче, ясно. И там паника, патроны закончились. И он там тоже там пытается, угу. там блокировать можно оружие, то есть если оружие типа там, больше двуручное, ты можешь парировать им, короче, удары. Вот. Половина там, короче, чужой подходит, он там... Обычно, знаешь, мне как бывает, я из-за того, что чужой дико рандомный, у меня всегда... Знаешь, это рак кубов есть, да?
Да, да, да. У Чужого никогда рака кубов не бывает. Ох уж эти суеверия. Нет, у Чужого никогда рака кубов у меня не бывает. У меня Чужой всегда выкидывает 5-6, короче. За ширмой или открыто кидаешь? Я ролл 20 кидаю. А, ролл 20. Ну, все честно, да. Они видят шестерку и такие. Я такой, он подходит в 6. Ну, извините. То есть он подходит и тебе пробивает голову просто этим. Ну, все. Другие видят, что чувак сдох. Обстираются. И особенно если морпех сдох, а у тебя одни там ученые остались. Ну все, это реально страшно. Один убегает, Чужой за ним бежит там. А Чужой еще передвигается на 4 клетки, а человек движется на одну клетку. Кто-то в стелс пытается уйти, но его... Знаешь, это когда ты пытаешься уйти. И не спрятаться, потому что ты начинаешь прятаться, когда у тебя 6 паники, паника тебе гасит стелс. Либо у тебя 8 успехов будет, и ты сныкаешься прям идеально. Но, в принципе, по лору Чужой, ну, он найдет... То есть, он, ты понимаешь, что он сквозь там обшивку может тебя найти? Как бы? То есть, у него там особое это чувство какое-то, как у кита или как там... Ну, короче, он тебя видит сквозь стены, по сути. Вот. Кто-то ныкается, кто-то пытается сбежать, кто-то пытается оружие подобрать у мертвого. И Чужой так идет, одного убил, второго убил, третий... Все разбегаются по кораблю, короче... В шкафчике прячется вот изоляция такая, по сути. А Чужой просто идет медленно по одному и всех выносит. Кто-то пытается скафандры в космос просто улететь. Мне понравился момент был, когда там чувак был, который все думал, что на корабле лошадь завелась. О, ну типа там... А что это, типа, что-то большое ходит? Ну, лошадь космическая. Ну, он еще укуренный был, то есть он все время под наркотой был. И он, ну, лошадь космическая. И он, короче, умер. Он, короче, в космос... От удара копытом. Да, в космос выпрыгнул, а за ним Чужой схватился за него. И он такой обрезает шланг, который его соединяет, и улетает в космос с Чужим. И у него, а он еще под наркотой, он такой, лошадка. И его просто хвост пробивает, этот скафандр убивает его, короче. Красиво. Красиво было, да. Вот, сейчас ты расскажи. Так, ну, во-первых, как это, расскажу немножко про физику улетания. Uh-huh. Чуть-чуть. Прям вот, вот столько. Что если оттолкнуться неудачно, то по орбите можно вернуться к этому же кораблю. Да. Так что тут такая вещь. Вот так вот все время показывают. Там вот оттолкнули Чужого, и он улетает. У него будет еще несколько... Может быть несколько шансов, что он может уцепиться за корабль. Например, если корабль на орбите, там, ну, в общем, там, в свои условия. Неважно. Потом. Да, все так же. Все. Я не знаю, что рассказывать. Как происходит столкновение? Угу. Ну, вот. Ну, например, приведи какой-нибудь пример монстра какого-нибудь, как он действует, там, что-то интересное. Ну, какой уникального это, монстра, это, который это прям... Это будут спойлеры. Я ну, какой-нибудь, буду... любого монстрова там возьми, там, из интернета, вот. Да. Ну, просто для примера. Там, обычного какого-нибудь. Обычным? Да нет, ну они действуют по-разному. Ну тоже Чужой, например, в рамках Мазарщик как действует. Самое главное, что я считаю, что самое неожиданное для игроков может быть то, что монстр может отступить. Угу. То есть, условно, обычно там привыкают, ой, у нас начинается бой, и мы сражаемся, пока да, кто-нибудь пока погибнет. Умрет, да. Либо тот, либо другой. А вот это оказывается большой неожиданностью для игроков, ну, для некоторых. То есть, что вот он сражался, например, и он видит, что либо ему нанесли какой-нибудь урон, либо он видит, что возникает какое-то преимущество у игроков. То есть, когда они там окружили его, там, и у них там много чего, он скрывается, там, бросая жертву, например, или еще что-то. И вот это вот тоже работает на, вот это, на ужас. То есть, они говорят, ой, он умный, он поступает как-то логично, как-то от этого становится... Они начинают параноить, ходить там, бросать гранаты куда ни попадя, жертвовать там мирным населением и прочее, прочее. Это такое бывает. О, я помню момент, когда один чувак другого закрыл в комнате с Чужим, потому что не хотел, чтобы тот его убил. Такой, ах ты мразь просто. Да-да-да. И он начинает палить, короче, по этому, по панели... Там... Нет, еще очень, как бы, такие вещи. Ну, вот, например, вот представь, что свойства кислоты были бы неизвестны у Чужого, да. Вот он там слюнями там кого-нибудь обмазал случайно.
Они, а действие не такое явное. То есть, ну, не вот там, что вот разъело, и понятно, что это ерунда, и надо сбрасывать себя и прочее, прочее. А там какое-нибудь другое воздействие, которое совершенно непонятно. И тогда игроки начинают сами придумывать, что это такое, что оно, какое оно вредное, или там начинают бояться, параноить. Попса в этом плане, потому что про него все знают. Ну даже да, те, кто... есть, а вот поэтому я там рекомендую хороший модуль, вот этот еще памфлетик. Прикольная тема, когда Чужой не убил человека, игнорировал его вообще весь бой, даже когда он попал. Ага. А потом оказалось, что в нем яйцо на самом деле было все это. Да. И когда да. он это узнает, когда он узнает это. У него-то... О, отличный ход. А сколько осталось мне? Потому что вот если он при нем там, например, кого-нибудь замочкарил, он провалил там проверку, например, на скрытность, или там он не смог спрятаться, а Чужой просто, проходя мимо, посмотрел на него и пошел дальше. И это должно работать. О, отличный ход. Или, например, у меня... Что еще крутого в Чужом? Ты знаешь, у него несколько стадий есть. Да. То есть, мелкая тварь бежала, и многие игроки такие, блин, надо мелкую тварь быстрее убить, пока она не смысл. А у мелкой ну, кстати, твари... это разумно, по-моему. Кстати, что интересно, у мелких тварей, вот у лицехватов, у грудоломов, у мелких неоморфов, у них почти все действия, ну, все монстры бежать. В Чужом, они этот, по своей, ну, по своим какие-то не инстинктом, но по своей таблице действуют по своей инстинкту. Ну да, ну это да. Ну, хорошо. У них всегда цель смыться. Да, это они хорошо. Они на игрока не будут нападать. Правильно, потому что они уязвимы. Да. Это разумно. Хотя у меня был момент, когда ученый с неоморфом столкнулся, там целая драка была, он ей там пальцы откусил, короче, на руке, ухо отцарапал, она в итоге сдохла от сердечного приступа, короче. Вот, кстати, да, вот часто умирают именно вот от эффектов паники, и я считаю, что вот в Чужом паника, ну, в Мазершипе я сказал, что там она лечится хоум-рулами от квадры очень хорошо. Там вот если все хоум-рулы квадровские, кстати, у него вышло последнее обновление, я его еще там не доперевел, там маленькие добавочки сделал, которые тоже стоит добавить. Там как раз касалось... видимо, подглядел в Чужом. Касалось боевки... А там Фрилига вроде помогала, да? Или нет, не помогала Фрилига? Фрилига просто кому-то помогала. А, она Борку помогала. Нет, здесь Фрилига... Здесь они выпустили... Knight Muse, они выпустили раньше игру. А здесь хоум-рулил квадры. Я подумал, что это он, наверное, подсмотрел в Чужом, потому что там есть особые... особые условия стрельбы, например, по противникам, связанных в ближнем бою. А, да, вот, там... вот этот момент он там добавил. Да, Чужой, когда в ближнем бою с противником, да. Ты не можешь стрелять, например, в него, это риск попасть в своего и так далее. Да. Здесь он добавил такой моментик маленький, интересный. Кстати, здесь, когда ты в ближнем бою находишься, у тебя есть два варианта. То есть ты можешь либо атаковать, ну, то есть пытаться драться, либо ты прокидываешь там попытку спас-броска там на силу на... Мне нравится момент. Пытаешься просто как это, выйти из этого выйти. Ближнего боя и уйти. То есть такой момент есть. Мне понравился момент, когда чувак, не знаю каким просто макаром, он там под спиданием был, наверное. Там есть, короче, этот боевой наркотик, который рандомную по характеристику увеличивает, короче. И он, у него сила увеличивается. И он... Короче, он кулаком голову Чужого расхерачил одним ударом. Нормально. Знаешь, что бывает с людьми, которые расхерачивают Чужого в ближнем бою? У него рука, короче. От кулака ничего не осталось. У него от руки ничего не осталось, в принципе. Ну, как это? Бить надо не просто кастетом, а железной латной перчаткой. Блин, как это круто было, потому что там был, знаешь, качок. То есть реально он в силу вкачался, все, ближний бой. И стал калекой. Да, он... Боевой наркотик принял, то есть он типа на равных Чужим был, потому что наркотики делаются из ДНК Чужих частично, из этих иск. Да, там по спидам специально. Вот, он ножом бьет сначала, нож, короче, попадает, но нож просто все, ножа нет. Потом он такой, кто-то его протыкает, тот такой из последних сил, это как из последних сил, и просто голову расквасивает, а потом просто падает от этого шока, короче. Болевого. Ну, слушай, тоже отличные моменты, на самом деле. Они вот играют на создание атмосферы и прочее. Прекрасно. Я бы просто очень хочу посмотреть
вот как хищника воплотить в настольной ролевой игре получится? Кстати, по поводу хищника. В Мазершипе статы хищника тоже все. Там хищник, чужие, все. Нет, все уже игрок, прописаны. Как игрок. Они есть. Как игрок, а какая разница? Ты можешь взять эти статы и играть за него. Ну, просто понимаешь, да, по поводу... Все по этой, по таблице, все по таблице. Ага. Добавлю вот по поводу статов. Вот такие же статы, как у монстров, там есть статы у наемников. Поскольку игра достаточно летальна, то вы можете набрать себе наемников, которые будут у вас на корабле. Ну, например, там ученого, врача, там их целый список. Есть, например, если ты на станции, например, не нашел никого, ну, не прокинул специальную проверку, и там на станции нет никого нормального. Там есть лист, прекрасный лист, отдельная страничка, которая предлагает на выбор там десяток бесполезных членов экипажа. Они прям либо бесполезные, либо вредные, прямо вредные. У меня вот в моей игре мне сказали, нам нужен наемник. Мы боимся. Ну, мало ли что там, если погиб, можем взять за него управление и продолжить игру, например. Это одна из причин, почему их можно брать, например, с собой. Ну и вообще просто их вперед можно в себя пускать, если ну, они... Понимаешь, хотят. Всегда есть но такой там, персонаж, там, типа пилота, есть, который стоит на корабле. Да, но там есть такой параметр лояльность, ну или верность. То есть, если ты даешь какой-нибудь приказ там самоубийственный или опасный, то есть возможность, что есть шанс, что он, прокидывая эту характеристику, скажем так, откажется выполнять этот приказ и поступит так, как лучше ему. И это тоже, кстати, хороший момент. По поводу патронов. Ты говоришь, что в чужом патроны бесконечные, и когда они кончаются, решает либо ведущий, либо бросок там. Ну, по сути, ведущий решает. Ну, там, при панике, например, там, да. Ты должен потерять какой-то итем, вещь. И вот эту вещь, может быть, например, обойма там выпала. Ну, это удобнее револьвера делать, потому что ты знаешь, какой револьвер. Да, да. Вот. А здесь нет, здесь патроны есть. Их, кстати, немного. И есть такая хорошая механика, она мне очень понравилась, что, например, все оружие, которое может стрелять очередями, любой гражданский выпускает всю очередь за раз. То есть, ну, ты не обученный, ты не знаешь, как это стреляет. Ты нажимаешь и не можешь отпустить, пока у тебя причем не опустеет. Есть такое, это опустеет. Стрельба по всем. Ну, то есть, когда ты, типа, знаешь, это как? Это не специально. То есть, тут прям четко различается, что если ты десантник, то ты из этого оружия можешь сделать 5 выстрелов там с одной обоймы. А если ты гражданин, ты делаешь один, и потом тебе надо перезаряжаться. Нормально. Это вот такая механика. Она мне, кстати, понравилась тоже. И еще момент... Ты вот говорил по поводу того, что сколько игроков можно играть, да, там даже с одним в Мазершипе. Есть такое приключение, называется, сейчас скажу, человек его придумал, называется оно Lone Star, то есть одинокая звезда. Это правило для игры в Мазершип соло. То есть там, по сути, таблицы созданы, придумал Питер Р какой-то. Придуманы таблицы, которые заменяют все вопросы и решения ведущего. То есть можно сесть и сыграть самому в соло, то есть опробовать все эти механики. Но это как-то, на мой взгляд, немножко грустно. Да. Все-таки ну, понимаешь, хочется с друзьями. Да, да и мастером можно идти. Да. Это все. Но даже такое есть. Ну смотрите, вот хороший пример Dead Space. Инженер, который пытается спасти корабль от этого. Вот. Он, по сути, один действует. То есть едет NPC какие-то там. То есть NPC все равно нужны. Даже в соло-игре NPC нужны. Ну, конечно. Потому что совсем крыша не поехала у человека. Вот. И плюс они должны сюжет как-то ему рассказывать. Вот. Что еще? Да в чужом даже, в первом же, она осталась одна. Вот. Это Рипли в определенный момент. Ну, это в конце. Вот. То есть нельзя конце, сказать, да. Что была одна. Да. Вот, кстати, одна, совсем. Интересная роль. А Рипли, она поэтому по чужому, это офицер. Да. Офицер нужен... безопасности она да. Была. То есть это такой, как бы сказать, это знаешь, есть классы, которые... Как ой, бард, нет. Короче, как бард. То есть они нужны, чтобы из паники людей выводить, чтобы командовать ими. То есть там дополнительный успех добавляют, там общий... У нас это называется политрук.
Ну, короче, чувак с пистолетом позади, который говорит... Нет, это политрук натуральный, то есть который говорит, что делать и как делать, и там, когда бояться, когда не бояться, и что думать. Так, давай сейчас последнюю тему и подведем итоги. Преимущества игр, ну вот именно хоррор настольных ролевых игр вживую и в этот, в онлайн. Ну, ты, а вот, я за онлайн не могу ничего сказать. Ты вживую говори, я за онлайн. Да. А мы, как это? Противоположное с тобой. Вживую очень просто. Во-первых, вживую для чего мы встречаемся? Мы встречаемся провести время с друзьями, чтобы можно было вместе посидеть. Тут есть такой момент, ну, я считаю, что это вот какие-то что-то потрогать, что-то посмотреть в глаза, отыгрыш другой совсем. То есть здесь, ну, живое общение. Оно, мне кажется, к сожалению, через экран монитора передается не в полной мере. Хотя сегодняшние технологии очень хорошо развиты в этом плане. Есть знакомый, который сделал, знаешь, это гелевую труб, короче, из геля. С органами. Он туда салат еще запихивал, короче. То есть заставляли не руки опускать туда. Это красота. Нет, ну, я, например, там сделал специальные там контейнеры, в которые можно открыть, и там что-то есть. Но у меня его даже не открыли. Они боялись его открыть. Есть совсем безумные игры, конечно. Не помню, кто. Но это уже на полевых ролевках было, когда там труп свиньи несколько дней держит. Ну, понимаешь? Слушай, это фанатизм. Это уже перебор. Я просто говорю, что типа это про... Да, я понял. Да, про... Как это? Во всем... Нужно соблюдать умеренность. То есть это как приправа некоторая. То есть ты когда... Ну вот некоторые, например, могут там поставить часы, например. Вот вместо там счетчика ты можешь запустить реальные часы, которые будут тикать, или поставить там песочные часы. Ну, еще какой-то можно момент. Поставить, например, симуляции этого света. Да, фигурки. Многие играют фигурками, нравятся вот маленькие фигурки, которыми можно за стол поставить, их подвигать, все вживую, как бы такой момент тоже хорошо. Кубики. Конечно же, кубики вживую бросать гораздо интереснее и приятнее. Собственно, вот это вот, как это, ощущения другие, их надо подержать в руках, можно их вот это вот покрутить. Более того, я считаю, что именно вот этот момент, который с кубиками живой, он привлекает многих людей в игру. То есть вот я знаю, могу сказать по своим друзьям, я им просто дал кубики в руки подержать. Они сказали, о, классные штуки, а зачем они? И я им рассказал, зачем мы сели, стали играть. Потому что вот, ну вот, такое вот тактильное ощущение. Так что нет, вживую тут определенные вещи есть. Потом, ну, да, достаточно, наверное. Вот это основное. Общение, живое общение с друзьями, то, что можно что-то потрогать, пообщаться. Ну вот, ну я скажу за онлайн, так как я живу в жопе мира достаточно такой, то есть у нас вообще культура настольных ролевых, я только вот недавно специально офис арендовал, где мы будем уже настольные ролевые водить. Да и, в принципе, где я единственный мастер, никто не хочет чужого водить. Все думают, что это ваншот какой-то. Все боятся. Да, вот. И главное преимущество для меня, что я встретил именно по-чужому. Помнишь, в фильме взаимодействие, как происходит взаимодействие с компьютером, с этим материнским компьютером? Да. Ретрофутуризм, как он есть. А, смотри, игроки, когда... Ладно, хоть не перфокартами там. Приходят... Ну, персонаж приходит, чтобы поговорить, да? Он открывает чат, спрашивает, задает вопрос. Я не отвечаю ему устно, я отвечаю ему письменно. Такой, там, типа... Это хорошо. Где обнаружен, типа, ну, типа, карантин где? На палубе Б. Палуба Б, там, ниже них, короче. Для матери это очень хорошо. Да, и вот это... Когда... Это создает... Причем надо еще взять старую клавиатуру, которая так... Да, я еще обычно включаю саунд, короче, вот это стуканье. Вот это. У меня есть вон старая клавиатура валяется. Mm-hmm. Ее можно выдавать и щелкать рукой так рядышком. Да, хорошо. Вот, и... Нет, а я для имитации вот компьютеров в игре я распечатал кучу карточек и выдавал им
Давай вот сейчас даже не поленюсь прям. Сейчас возьму. У меня тут специальная папочка для этих игр. Всех есть. А может поленюсь? Да нет, наверное, не поленюсь. Вот они. Тут все близко. Это как раз могу показать, как выглядит призрак Эпсилона. Вот такой маленький. Маленький буклетик. Вот он выглядит вот так. Надеюсь, тут спойлеров сейчас никаких особо нет. У тебя это самое вот, слово спойлер. Ну, что делать? Я боюсь все время испортить людям удовольствие. Потому что, ну, как только ты что-то раскроешь, окажется, что играть будет неинтересно. И я распечатал вот такие вот, по сути, картинки. Тут вот все расписано. Это менюшки. Я их выдавал, заменял по картам, потому что там есть куда перейти. И вообще молча тоже можно делать там. Включая причем саунд старого компьютера специально нашел, чтобы он там гудел. Ну вот так вот. Еще одно из преимуществ — это возможность играть ночью. И когда люди не могут собраться в одном месте, когда, знаешь, они приходят с работы, там куда-то переться, там потом ночью ехать еще. Да. Это вот они хороший плюс. Собираются. Потом возможности разных городов. Например, у меня игроки из Украины, из Казахстана, например. Тоже это огромнейший тоже, плюс, да, да. Несомненно. Потому что, ну, где ты еще наберешь игроков, кто-то в чужой захотят играть. Ну, да, это и... огромнейший плюс. Да. Согласен. А потом... Ну, наверное, все получается так. Ну, вот я что-то забыл, все такое. Ну, есть еще какие-то пара плюс. А, ну... дешевость, то есть, как бы, такой, знаешь, экономия. То есть у тебя все есть на программе, как бы. Это тоже зависит от игры, например, где надо много кубов, например. То есть, ну, эти К66, ну, шестерки обычно, они же там что-то собрал. Ну, их дешевле собрать, чем собирать на такие профессиональные кубы. Ну, наверное, да. Вот. Ну, это уже как бы от человека зависит, как бы. Я могу похвастаться. Я первый D10 вон из дерева себе выпиливал, там, болгар. Вполне. Они нормальные там получились, симпатичные. Вот. Ну, наверное, все, ну, каждый для себя там решает. Кому-то не хочется, например, себя палить там анонимность ему там. Ну, это как бы все лично и индивидуально. Еще такая тема хотел обсудить, я про нее, кстати, забыл. Сейчас у нас ролевые игры стали более массовые, более популяризированы, то есть про них там больше народу знает, они как-то вошли. Все равно, но очень нишевые увлечения. На самом деле ниша, да, в отличие от настольных игр, это еще более ниша такая, но уже как-то культура уже проникает, то есть уже в каждом городе минимум клуб есть. Особенно, судя по соседним городу, у нас центр в Кирове, то есть у нас есть. У нас тут Чепецкий есть сейчас. Вот. И... игроки, когда приходят, ну, когда новички, допустим, ты водишь игроков, новички, ты не знаешь их особенностей. И сейчас многие предлагают делать такую тему, как анкета. Что ему... там входит, что ему неприятно. Его фобии, вот это все. Просто я такой человек, я на фобиях люблю играть, на самом деле. А, меня судили за этого немного, но я говорю, что я вожу ужастики, а ужастики люди приходят, они осознают, что они ужастики. Да, они приходят испугаться. Да, в конце концов, вы приходите испугаться. Но испуг и... есть проблемы, чувство... например. Ну, например, если человек, у него проблема, например, ну, изнасилование. Да, ну, там... ну, есть у людей многих там, ну, либо травма, ну, какая психологическая травма, например, была с собаками там или... с... вот, например, арахнофобов у нас до хрена. То есть люди, которые видят паука, все у них сердце нравится. Там, еще ну... что-то. Это прекрасно. Надо, надо пустить пауков сразу. Да, пустить пауков сразу. Вот. Но есть просто не все реагируют. Достать Миньку, и поставить ее. Да. Вот. Ну, то есть, как ты относишься к этому? Ну, это хобби для того, чтобы собраться и получить удовольствие. Поэтому, конечно, если кому-то что-то неприятно, ну, совсем неприятно. Таких вещей делать не надо. У меня тоже там... был момент, когда сказали, не надо нам такую сцену описывать. Я говорю, ладно, не вопрос. То есть степень описания то же самое, тоже влияет. То есть можно там просмаковать все кишки там и прочее, прочее. А можно, ну, описать это более умеренно, при этом всем все будет понятно. Ну, просто что еще в чужом именно? Я просто про чужой все. Ты про Мазершип, да? Какая разница? Ты же понимаешь, что чужой это про... два хоррора. Чужой это, по сути, про оральное изнасилование.
Да, да, я слышал эту теорию. Да, это тема как будто. Ну, там просто, что это неотвратимо. Да, вот, самое главное, что космический хоррор, то, что, в общем-то, и почему первый и второй «Чужой» фильм, это все-таки они близки друг к другу. Там есть самое главное, что присуще вообще и играм, и фильмам вот этому, этого жанра, это то, что у тебя есть ощущение неотвратимости смерти. То есть ты ощущаешь, что ты погибнешь. Это вот оно должно вот как-то... Один в космосе. Да, это надо создать, что... Ну, опять же, то есть постепенно. И ты создаешь, когда человек понимает, что он что он умрет, скорее всего, и вот после этого он пытается превозмочь и куда-то там как-то спастись. И при этом понятно, что может получиться, может не получиться. Вот именно вот этот жанр, он подразумевает именно вот это. Ощущение неизбежности смерти. Поэтому второй, как бы, «Чужой», несмотря на то, что он боевик, это все-таки хоррор, потому что там все были обречены, они чувствовали себя обреченными, несмотря там на свое оружие, у которого патроны кончались. Кстати, вот в «Мазершипе» предлагается, там, даже в самих правилах предлагается использовать покерные фишки для отслеживания патронов, потому что это... Там написано, что, типа, понятно, что это, типа, не обязательно, но для игры, вот, чтобы ограниченность ресурсов, это был тоже тот вот момент, который создает страх, что вот тебе может не хватить патронов, и ты еще подумаешь, там, сейчас вот я буду тут стрелять, а вдруг это... Я сейчас потрачу все, и когда они действительно понадобятся, мне нечем будет стрелять, и придется искать какое-то другое оружие, возможно, там, монтировкой отбиваться, и так далее. Еще очень важно, я считаю, создать у игроков, у персонажей, у игроков понимание ценности своей жизни. Ну, то есть в критической ситуации игрок должен считать, ну, свою жизнь ставить выше жизни. Ну, то есть в зависимости от роли. Да, это зависит от роли и от человека. Потому что, например, есть... Ну, да, ну... Да, кстати, да, нет. Потому что, например, какой-нибудь инженер, то есть его выгодно будет спасать, тоже врач, например. А, ну вот, кстати, здесь я могу сейчас тоже еще маленький момент по поводу хоум-рулов в Мазершипе. Тот же Квадро, он предложил хорошую вещь. Поскольку есть такой девиз, такой негласный, что он называется так. Где же? Ну ладно, сейчас найду. Расследовать, спасти. Сейчас. Сейчас, секунду, один момент. Так, сейчас найду, потому что это важно. Это очень-очень важно. Сейчас, один момент. Вот. Он называется так. Называется он следующее. Принцип: выжить, разгадать, спасти. Выбери одно. Конечно, по моему опыту, как это было сказано, что тут скорее вычеркни одно. Но в целом предлагалась следующая вещь, что разделить получение опыта в конце сессии в зависимости от достигнутых целей. То есть за выживание, например, класс экипажа получает дополнительный опыт. Потому что для него это главное. Вот как ты говоришь, инженеру важнее выжить, да? Если, например, разгадка, она важнее ученым и андроидам. То есть они получают за это дополнительный опыт, помимо того, что там помогли разгадать какую-то тайну или получили значительные сведения о том, что происходит вокруг. Ну и за спасение это, конечно, десантникам, потому что это их основная задача. Они должны спасать каких-то людей окружающих, потому что они десантники, они военные. Вот они за это должны получать дополнительный опыт. Ну, вот он предложил, то есть это как бы мелочь такая, но она создает именно... В этом, в «Чужом» есть вот такая же тема, но там она более такая, как это сказать, смешная, потому что там рискнул всеми ради своей цели, например, ты получаешь. Да, но при этом тут как бы нет такого, что... Здесь предлагается, опять же, что даже если твой персонаж погиб, как бы, что у тебя... Тебе не надо начинать сначала. То есть ты можешь в нового персонажа вкачать весь полученный тобой опыт. Ну, как бы, чтобы не было такого, что там выжить любой ценой, несмотря ни на что. Система, то есть эта система опыта в «Чужом», она предполагает такой эгоистический
То есть страх смерти все равно берет верх в определенный момент. Ну, и... это естественно. Ну, это естественно, на самом деле. То есть свою жизнь почти всегда ставишь выше жизни остальных. Ну, это естественно для многих. Но есть, например, вот, например, военные, они, в принципе, по идее, на мой взгляд, они должны, это их задача, там, жертвовать собой ради выживания остальных. То есть это их работа, по сути. Корпоративные агенты, которые... Ну, корпоративные, да, согласен, как это называется там, работники ЧВК, вот эти вот частных военных, у них, да, как там, за деньги можно нанять людей убивать, но нельзя нанять умирать. Mm-hmm. Это да. У нас только два скафандра. Все. Боливар не выдержит двоих. Нет. Нет, просто застрелил. Там любая капсула спасения — это боливар. Ловите, да. И давай сейчас подведем итог. Давай. Так. Ну, по-моему, очень хорошо. У нас получается, да, и по мазершипу, и чужой разобрали, то есть прям. Ну, я так понимаю, что система чужого, она хороша именно для компаний по чужому. Хотя в мазершип можно вести и чужого, и что хочешь. Да. Все, что, все, что касается космоса, будущего, там, и какого-то ужаса космического. Там же правила можно? Все можно провести по этим правилам. Нет, мешать из книг можно? Конечно, ну, например, нужно. Я хочу взять аргументации, например, из-за нужно. Это банковского. Нужно. Они не то что взаимозаменяемые, они дополняются там. Я тебе говорю, это очень гибкая система, она именно хороша тем, что правила простые, но при этом глубина и гибкость очень большая. То есть ты можешь их под себя подстроить, под любой сеттинг, угу. Правда. То есть, и при этом вот эти книги, они дают дополнительные материалы. То есть здесь есть такой ОСР-ный такой подход, когда тебе дают много таблиц. Ну, как вот Шиноби, например, замечательная вышла книжка, где очень много таблиц. Кстати, если хочется аргументации, бери Шиноби. И там, и оттуда их бери сюда в игру, например, легко. Оно ляжет. То есть, ну, там механика простая. Вот. Ну, то есть, если вам нужно именно по чужому играть, играйте в чужой, благо да. Сейчас... Ну, можно, да. Да там, во-первых, там книжка есть хорошая, да. Которая все раз переводится. Правда, там ее вроде как ругали за то, что она именно из-за 400 страниц там сложно искать, то есть не справочник. Да, есть такой, есть. Не справочник. Ну, в принципе, есть правила выписать, то там две страницы нет. Да, вот в Мазершипе это вот я просто аплодировал стоя именно вот это вот, то, что там... вся информация по конкретной ему теме на одной страничке, потом только на другой. То есть там все найти легко, а потом, когда Квадр еще эту ширму выпустил, где просто на одной странице ты видишь все, что тебе нужно для проведения игры. По сути, на одной. Потому что остальные там две там для космических боев. Космические бои мне, кстати, не нравятся, я бы их хоумрулил. Но я еще не видел хоумрулов там нормальных. Я... продумываю. Я, в принципе, вообще не взаимодействую с кораблем. Меня... А здесь это хорошая тема. Посадили корабль, все, то есть... Не-не, здесь это очень хорошая тема. Я, поскольку любитель элиты во всех их проявлениях, там, элит фёст... Я не люблю космические бои в хоррорах просто. А, здесь можно сделать, как бы... Космический бой приводит к каким-то последствиям, которые создают ужас выживания, например. То есть вам пострелили, у вас там часть разгерметизации произошла именно вследствие боя. Или случился абордаж, например, какой-то, и вы просто вынуждены отбиваться там от непонятных каких-нибудь пиратов, которые совершенно там заражены чем-нибудь еще. Такое может быть. Это хороший сюжет. И космический бой играется в Мазершипе как? Он не... создает отдельный бой для... То есть там может быть абордаж, и при этом корабль может продолжать вести бой. То есть там могут быть попадания, и они влияют на то, что происходит внутри. И то, что происходит внутри, ты можешь влиять на бой. То есть это все как бы одновременно происходит. Это хорошая механика. Вот, правда, я бы ее доработал, потому что там, я считаю, что нужны вот эти вот расстояния. То есть на каких расстояниях корабли находятся, чтобы по-разному действовало оружие. То есть если в простом бою, пехотном там условно, это есть, то есть дистанции там оружия, то для корабельного боя там это вроде как отсутствует. А в Мазершипе есть псионика, кстати?
Псионика есть отдельным модулем. Есть отдельный модуль специальный. Hive Mind, он, по-моему, называется. Он там отдельный, маленькая книжечка на Drive RPG. Она присутствует. Там прям он так и есть. Просто в Псионика в Mothership добавляется. Прям целый отдельным таким дополнением. То есть он расширяемая система. То есть это там действительно можно, если очень хочется, как это, эта система универсальна, по ней можно сыграть в Киберпанк, можно сыграть в Звездные войны, если очень хочется. Но, конечно... А Звездных войн ужас можно спокойно сделать. Ну, да. Звездные войны для них есть же. Старс там... Не, про то, что ужас можно, хоррор можно и по Звездным войнам. Хоррор можно, да. Да. Что мы видим смерти, где зомби. Там можно сыграть в Дюну, там, я не знаю, там... Во что хочешь. Кстати, я вот тут вспомнил, что я как-то хоррор-пати проводил по Кориолису. И там был такой противник, типа джин. Ну, такой. Да. То есть он нематериальный, его нельзя убить, в принципе. Его можно убить, когда он убивает жертву свою. Mm-hmm. И он, короче, когда игроки рероллы используют, перебросы, короче, всякие. Ну, короче, они используют там сенсорные способности свои, там был один псионик. Там перебросы делают, мне даются одно очко тьмы. Они мастеру дают одно очко тьмы. А мастер очко тьмы может использовать как хочет. То есть может там ломать игрокам, то есть игроки там, я успех, не успех потратил очко тьмы. Вот, то есть он такой... Досада. Да, вот. И там прикольно в чем, что монстрам очки тьмы, сколько потратил, да, ты активируешь за очки тьмы их особенные способности. И у меня монстр в течение всей игры сводил с ума, короче. Медленно. В конце там уже там много, когда много монстров обычных NPC появилось, там прикольно момент был, когда они вбегают на корабль, и один из NPC такой, у меня крыша поехала, все, он побежал в толпу там монстров стрелять. И, короче, у него сходит с ума, и он остался один, а монстр, ну, по одному убивает, как бы. Его цель разделить пать. Угу. Вот. Он появляется, материализуется, да, разрывает его на куски, и псионика, у него способность была... В этот момент... Да, у него псионик, у него была способность, он может видеть глазами того, на кого он смотрит. То есть он может... Ага. Нет, если он видел человека хоть один раз в жизни, он может видеть его глазами. Ну, это в Кориолисе особые эти псионики, то есть они такие прикольные способности. Вот. И он, короче, в монстр, ну, типа, видеть его глазами. И я такой, ну, все, типа, стоп. Ну, типа, дальше. И спустя некоторое время они едут, короче, летят, да? Ну, там, этот псионик сидит так тихо, сидит, типа... А что он молчит-то, типа, ничего. А в него, когда он вселился в монстра, монстр в него вселился, в его тело. Угу. И с ними, получается, монстр улетел на корабль. Хорош. И он только поворачивается, и я все такой, все, стоп, экран. Черный экран. Да, отличная концовка. Кстати, по поводу чужих. Для идеи рекомендую взять первоначальную историю, которая была написана, не то, что сняли в фильме, а то, что было в начале. Есть комикс даже. Помню. Из нее, и прямо из нее можно вообще сделать отличный там, начал кампании, еще что-нибудь где-то делал. Ну что, какой итог? итог все. Итог, да, если начать. Да, играйте. Итог, играйте в научно-фантастические хорроры, космические и не космические. Да. Да. Что еще? Хороших игр, хороших ведущих. Да? Что еще можно сказать? Все. А система на самом деле не настолько важна. Важно именно, что как вы относитесь и хотите ли вы пережить эту историю. А все остальное — это инструменты просто. Каждый инструмент пригоден для чего-то своего. То есть чужого можно играть по правилам чужих, Mothership можно играть там свои модули. Играть, да. Ну, практически, да. Но есть. Пробуйте разные системы. Да. Ссылки, все будет в комментариях. Ссылки, да. Да, в описании видео, по сути. Да, я сейчас пришлю тогда. Да, все, присылай. Хорошо. Вот. Давайте, до скорой встреч. Пока-пока. Да, всем привет, до скорой встречи. Спасибо. То есть это примитивные ужасы, когда там тихо, и...